Я приветствую всех еще раз. Още веднъж ви поздравявам. Такой жаркий полдень. Такъв горещ обяд. Это тоже мужество в это время сидеть здесь и слушать о философии. И каква смелост трябва да имате тук да седите и да слушате за философия. Это сиеста. Това е сега трябва да спим, т.е. следобеден съдържа да дрема. Это време, чтобы пить кофе и отдыхать. Това е време сега да пием кафе и да се почуваме. И то, что мы здесь находимся и все-таки стремимся. Това, че ние тук се намираме и все пак се стремим. Разобраться и познать, как же построено мышление. Да разберем как е построено мисленето. И это указывает на то, что да показва, мы хотим вести себя так, как нормальным является для пятой культурной эпохи. Показва това, че искаме да се държим така, както е нормално за петата културна епоха. Христос бъде разпят в четвъртата културна епоха. Христос е разпънат в четвъртата културна епоха. И тогда душа чувств и душа разсудка. Това е разсъдъчната душа и душата на чувствата, на характера. С одной стороны будет распят Люцифер, с другой стороны будет распят Ариман. От едната страна на Христос е разпънат Люцифер, от другата страна Ариман. С одной стороны будет распят вместе с ним тот, кто воровал. От едната страна заедно с него е разпънат този, който е крал. С другой стороны тот, кто убивал. А от другата страна този, който убивал. И этот тот, кто воровал, он спрашивает, я знаю, зачем я здесь сижу. Този, който е крадеца, аз знам защо съм аз тук, но защо тебе тук сте разпънали, аз не разбирам. И Христос говорит, уже сегодня ты будешь находиться рядом со мной. И Христос му казва, вече днес ти ще бъдеш с мен. Тоест происходит изкупление люциферически същества. Тоест става изкупването на люциферическите същества. Четвъртата културна епоха, душа разсъдъчна е сегодня, пятата културна епоха, душа съзнателна. Четвъртата културна епоха е разсъдъчната душа, а днес късна петата културна епоха е съзнателната душа. Душа съзнателна е, самый главный актьор – это я. Най-главният артист в душата на съзнанието, съзнателната душа е азът. Здесь уже распинается Христос второй раз. Тук се разпъва сега Христос втори път. Но у нас уже не Ариман и Люцифер. Но вече нямаме Ариман и Люцифер. А Ариман и Азур. Но имаме вече Ариман и Азурите. Тоест, это то существо. Тоест, това е това същество, который является прямым противником я. Което е пръв противник на Азо. Все направлено на то, чтобы уничтожить это я. Всичко е насочено на това да се уничтожи Азо. И душа съзнателная, наоборот, она направлена на то, чтобы это я как раз пробудить. А душата на съзнанието, съзнателната душа е насочена на тъкмо обратното, да пробуди това този аз. И если душа разсъдъчна, и ако разсъдъчната душа, это был тот период, когда зародилась философия. Това е в периода, когато се заразва философията. Можно сказать, что значит, самое главное было в это время мышление. Можем да кажем, что главное в това время беше мисленето. Когда я учился в университете, я вообще не занимался наукой, это была живопись, я рисовал. Когато аз учих в университета, аз учих художник, нали? Не съм учил науки, а изкуство. Это было время, когда Советский Союз уже распался. Това беше времето, когато Съветския съюз вече беше се разпаднал. Уже никому ничего нормально не платили. Не, никого не плащаха нормално. Поэтому наши профессора тоже редко приходили на урок.
И затова нашите професори рядко идват на уроците. Нам е да било пак как раз на руку. И на нас това не харесваше все пак. А ли нам не мешали? Не, не пречи. И ми учились от других студентов. И ние се учихме от другите студенти. Две дни тому назад я написал в Фейсбуке одному художнику, грузину, он живе част в Москве. При две седмици аз написах писмо по Фейсбук на един приятел грузинец, който живе сега в Москва. Я написал, вериш ли ти или не вериш? Писах му, вярваш ли или не? Но больше всего в академия я учился от тебя. Но най-много в академията ти ме научи. Я тайком приходил, смотрел как ти рисуваш. Аз тайничко идвах и гледах как рисуваш. И хотел уловить как это ти умудряеш се так рисовать. И искам да уловя как просто ти успяваш така да нарисуваш. Но его работа не очень изменились. Неговите работи не са се променили. Так хорошо, как он тогда рисовал, рисуйте сегодня. Толкова хубаво, колкото тогава е рисувал, рисува и днес. Он удивился. Той се удиви. А потом посмотрел мои работы и мое лицо, тоже и вспомни, кто я. После погледна работата ми и лицето ми и спомни, кой съм аз. В общем, в этой академии я сижу, у нас урок философии. И в тази академия аз седя на урок по философия. И я удивлялся. Я се очудвах. Професор разказывает, вот была такая школа, была такая школа, была такая школа. Професор ми казваше, беше такава школа, имаше такава школа, такава. И каждый раз следующая школа ругала того, кто была до этого. И всеки път тази следваща школа, тя ругаеше тези, които, нали, по-раната школа. И я удивлялся, то это тоже ведь были философи. И аз много слушал да казвах, все ми те не са. Как можно делать следующий шаг и ругать того, кто до тебя подготовил что-то? Как можеш, нали, да правиш следващата крачка и да ругаеш този, който е направил преди това някаква подготовка за това? Я не смог больше доверять мышление. И не можех повече да се доверявам на мисленето. Я начал съмняваться. И аз започнах да се съмнявам. Эти люди были профессионалы. Тези хора бяха професионалисти. Следующие пришли, ругают этих, думают, они правильные. Приходят следующие, ругают этих, говорят, что они правильные. Идват едните, ругаят другите, казват, че не са прави, после идват другите, пък ругаят тези, пък казват, че те не са прави. Среди вот этих доцентов, профессоров, был один. Среди тези доценти и професори имаше един. Он тоже редко приходил. Той също рядко идваше. Но он повторял что-то очень важное. Той повтаряше едно много важно нещо. И он говорит, ребята, начинайте рисовать, например, я рисую ее, да? Например, аз рисувам нея и казва, да? И той казва. То он не говорит, начинайте рисовать, например, там с этих, с очков. Той казва, не, няма да рисувате. Он говорит, что начинайте рисовать с целостного. Започнете да рисувате от цялото, казваше той. Да? Потом постепенно переходите к деталям. И постепенно да учивате към детайлите. И потом опять переходите к целостности. И после отново към цялото. И это меня опять немножко сделало теплым у меня в душе. И това нещо отново не прави моята душа по-топла. От това ми стана по-топло. Что в начале была целостность. Че в началото беше цялото. Потом появляются детали. След това се появяват детайли. И потом эти детали опять надо влить в целостность. И после тези детайли пак трябва да ги влеем в цялото. Он редко приходил, но то, что сказал, осталось до сих пор. Той много рядко идваше, но това, което беше казал тогава, ми остана и до днес. И до днес. Душа разсудочная связана с таким мышлением, которое развивается в диспуте. Разсъдъчната душа е свързана с такова мислене, което се развива в спора. Аргумент, контраргумент. Аргумент имаме и контраргумент. Теперь мы в пятой културной эпохе. В пятата културна епоха видим опять философию свободы. Виждаме философия на свободата. Там нету аргумента и против аргумента. Там нямаме аргумент и против аргумент. Особенность мышления, которое основано на я. Особенность на мисленето, което е основано на аза. Особенность мышления, которое основано на душе сознательной. Основата на мисленето, което е основано на съзнателна душа. В том, что каждая деталь. Е в това, че всеки детайл. Всегда стремится, чтобы она была бы
съединена с цялостността. Се стреми винаги да бъде съединено с цялото. Каждо е детайл. Всеки детайл. На данеци, как она взаимосвязана. Трябва да намерим как всеки детайл е взаимосвързан. С мира на мисли. С светът на мислите. Надо понять как она с ним съотносится. Трябва да се разбере как това с него се, се отнася. Для разсудъчного мышления достаточно посмотреть только вот на это. За разсъдъчното мислене достатъчно... Железо, кожа, вода, изучай только это. Железо, вода, изучаваме само това. Здесь изучай ткан. Тук изучаваме плат. Такая пластмаса. Някаква пластмаса. Да, это как называется? Пуговица. И там, она изучает вот эти детали. И тя изучава тези детали. А еще други какие-нибудь, например, с детали, да? И още някакви други детали има. А душа съзнателна говорит, что вот это связано вот с этим, это вот с этим. Е свързано с това, другото с другото. А это связано еще вот с этим. А това е свързано с това. То есть она находит взаимосвязи между такими явлениями, которые для первого взгляда остаются незамеченными. То есть я намерен с връзката между тези елементи, които на пръв поглед остава незабелязани. Вчера мы рассматривали и одно из рассматривали, разные предметы рассматривали, одно из рассмотрений было футляр для очков. Вчера разглеждахме няколко предмета и един от тях беше кълъвка за очила. Если спросить, какая связь между футляром для очков и гробом, ако питаме каква е връзката между ковчега и кълъвката за очила, человек души разсъдъчно скаже, че е глупост какая-то. Ако имаме човек на разсъдъчна душа, той ще каже, каква е тази глупост. А човек души разсъдъчна? Съзнателна. Души съзнателна? А човекът на съзнателната душа? Он как раз находит взаимосвязь. Той намира връзка. Он говорит, там футляр открывается внутри очки. Той каза, там кълъвката се отваря и има очилата вътре. Потом он говорит, что есть другой футляр, чуть побольше. Он открывается, футляр, внизу лежит контрабас. След това имаме друг кълъв, отваряме го, там имаме контрабас. Потом он идет дальше и он смотрит, что... После той отива на балта, така и гледа. Там стоит рояль, открываешь и внутри арфа. Там има също един кълъв и там отваряш и арфа има. Рояль – это футляр для арфы. Значи рояла, там има роял и той е кълъвка за арфа. Аха, гледаш рояла, а там като го отвориш има арфа се. И душа съзнателна въобще не стидится идти дальше. И съзнателната душа не се срамува да отива по-нататък. Она смотри, а как это у человека проявляется? Гледа как се проявява това нещо в човека. Человек открывает рот, закрывает рот. Човека отваря и затваря устата си. Какой-то футляр, который открывается и закрывается. Това е някаква кълъвка, която се отваря и затваря. То, что там лежит, это не мертвая техника. Това, което там лежи, не е мъртва техника. А живой аппарат речи. А жив аппарат на речта. Но если уже не живой, но ако вече не е жив, тогда мы имеем тоже футляр, а внутри лежит тело. Тогава имаме също кълъв, но имаме вътре тяло. То есть между грубом, между челюстями, то есть между гроб, между роялем, между футляром для контрабаса, кълъвката за контрабаса и между футляром для очков есть определенная взаимосвязь. Очилата има определена взаимовръзка. И она для рассудочного мышления не видна, а для сознательного мышления, для души сознательной, там есть взаимосвязь. И тази връзка за различното мислене не е видна, не е забележима, а за сознателно, да. В принципе, можно сказать на примере рояля, что рояль – это положенный в гроб орган. Не орган, а этот, арфа. Можем да кажем за арфата, че тя е поставена в... за рояла, че имаме поставена в гроба арфа. Это не просто метафора, за ней лежит какая-то осмысленность. Това не е просто метафора, за нея има смисъл. Вот. Об этом может быть в следующий раз, как-нибудь поговорим. В следующий път ще поговорим. Сейчас интересно посмотреть следующее. Сега интересно да разгледаме следващо. У нас есть мир объектов. Имаме светът на обектите. Що бе ни бъда? Какво ти да е?
У нас есть разные объекты. Имаме различни обекти. И мы говорили о том, что были реалисты, которые говорили, что каждому объекту соответствует определенное духовное существо. Които казваха, че на всеки обект съответства определено духовно същество. Они называли это идея. Те го наричаха това идея. И говорили, что у каждого своя идея. И казваха, всеки има своя идея. Это были реалисты. Това бяха реалистите. Мы сказали, что к ним, рядом с ними были номиналисты. Казахме, че заедно с тях имаше и номиналисти. Они говорили, нету идеи. Те казваха, няма идея. Есть только имена. Има само имена. Я постараюсь это изобразить. Ще се постарай това да го изобразя по този начин. Это мир восприятия. Това е светът на възприятията. Здесь разные предмети. Имаме различни предмети. Мы видим здесь людей. Виждаме хора. Здесь идеи. А там са идеи. Человек эти идеи воспринимает своим духом. Человек воспринимает эти идеи со своим духом. Поэтому до тех пор, пока он находится в мире идей, он находится в духовном мире. Тогда, когда он находится в свете на идеи, то он находится в духовном мире. Но если он хочет проснуться здесь, но ако той иска да се пробуди долу, он должен пройти какой-то путь. Той трябва да премине през определен път. И он проходит следующий путь. И той преминава следния път. Он постепенно, пробуждается не там, а здесь. Се пробужда не там, а тук. Когда он здесь пробуждается, когда той се пробужда тук, он уже не воспринимает идеи непосредственно. Той вече не възприема идеите непосредственно. А это уже душевная область. А това е вече душевната област. И он видит, как эта идея проявляет себя, какое откровение оно о себе дает. И той вече вижда как тази идея, какво откровение тя дава за себе си. Следующий етап – это тогда, когда человек следващия етап тогава, спускается еще ниже, се спуска още по-надолу. Он уже не живет непосредственно в идее. Той вече не живее непосредственно в идеите. Когда дух живет непосредственно в духе. Когато духът непосредственно живее в духа. Когда я непосредственно воспринимаю идеи. Когато азът непосредственно възприема идеята. Это означает я какого-то явления, какого-то существа. Това означава азът на някакво явление, на някакво същество. Такое событие называется интуиция. Такова събитие се нарича интуиция. Тоест, когда я непосредственно. Когато азът непосредствено. Если между мной, между моим я и я другого. Ако между моят аз и азът на другия човек. Находятся какие-то очки, что-то посредине. Има нещо посредата, някакви очки. Или какая-то перчатка, в которую должен начало раздеться, чтобы потом прикоснуться к другому. Или някаква ръкавица, в която трябва да се облече. Это уже не интуиция. Да се докоснеш до другия човек, това вече не е интуиция. Интуиция есть непосредственное восприятие духовным другого духовного. Интуицията това е непосредствено възприемане на духовното от друго духовно. Непосредственно, не опосредованно. Непосредственно, не опосредствено. Эта непосредственность возможна только тут. И тази непосредственность е възможна само там. Уже здесь есть какая-то опосредованность. Там вече на душевния слой има някаква вече опосредственост. И сейчас я укажу какая. И сега ще ви кажа каква е тя. Четвертая ступень. Четвъртата степен. Мы пробуждаемся в физическом мире.
Там се пробуждаме за физическия свят. И ми видим предмети. И виждаме предмети. Когда мы видим предмети, когато виждаме предмети, это не означает, что мы видим уже идею тоже. Не означава, че ние виждаме идеята. А сейчас я вам кое-что покажу. Сега ще ви покажа нещо. Все видно? Всички ли увиждате? Что-то я вам показываю. Нечто ви показвам. У вас уже... У вас есть восприятие. Ви имате восприятие. У вас есть уже идея, что это? Имате ли идея, какво е това? Нету, да? Няма. Хорошо. Теперь закройте глаза и представьте себе это. Сега се затворете очите и си го представете. Если сложно представить, можно опять глаза открыть, опять представить. Ако вие сложно да го представите, може да се отворите очите, пак да погледнете и го отново представите. Вы видели, да, у себя сейчас то, что я показываю? Я видела, как это показываю. Способность удержать то, что вы видели. Способность задержать то, что ты уже видел. Вторая способность. Това е вече втората способност. И она связана с представлением. И тя е свързана с представите. Это что значит? Представления сами не существуют. Какво означава това? Представите сами не съществуват. Представления всегда на что-то указывают. Те винаги показват на нещо. Они могут указывать на предмет, который я вам показал. Те могат да показват предмета, който аз ви показах. Или нещо друго. Или нещо друго. Що ви думаете? Що е това? Какво е това? Какво е това? Чедър. Зонтик. 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 Карта на България. Это карта България. Карта България. Това е птица, която излиза. Это какая-то птица, которая вылетает. Да. Что мы сейчас делаем? Какво правим сега? То, что мы сейчас делаем. Как это не в момента правим? Это основано не на том, что мы восприняли идею. Това е основано не на това, че ние сме възприели идеята на това, което ви каза. Не. Ви показа. Не. Откуда ви взяли карта България? Откуда ви взяли зонтик? Откуда ви взяли? Картата на България. От форма. От форма. Ви взяли это от опыта в физическом мире. Ви го взехте от опыта си в физическия свят. Вот. Это значит, вы постарались придать тому, что вы видите, смысл, да? Это смысл здесь. Да придадете смысл на то, как это видели. Не исходя из духовного мира. Не исхождайки от духовного мира. А исходя из моего физического опыта. А исхождайки от моего физического опыта. Физический мир равняется память. Физическая свят се равнява на память. То есть мы берем... У нас есть какая-то сумма. То есть не имаме сумма. Представление. У нас есть какой-то резервуар, бассейн. Имаме резервуар, бассейн. В котором эти представления живут. В който тези представи живеят. Я в этом мире не только вижу, я там и действую. В този свят аз не само виждам, аз и действам. То есть с этой рукой у меня связано не только глаз, да, но и конечности тоже. Е свързан не само окото, ами и крайниците също. Да, руки и нога. Ръката и ръката. Значит, если я смотрю физический мир, значит, тук гледам физически. И представляю себе что-то. И се представям нещо. Я могу потом делать на основе моих представлений. И мога да после да работя на основата на моите представи. Да направя нещо. Между представлениями и идеями
между представите и идеите живут понятия. Живеят понятията. Понятия являются ограничены. Понятията са ограничени. Ограничены идеи. От идеята. Я вчера говорил, что идея, она как женщина. Аз вчера ви казах, че идеята е като жена. Женщина, потому что она много может рожать. Жена, защото тя много може да ражда. Вы знаете ли, если ты воспринимаешь многообразность, ако в езотериката ти възприемаш многообразието, она приходит, как правило, в женском облик. Тя идва в женски облик. То есть, идея, и у идеи очень много разных вариантов. Тази имаме идея и тази идея има много различни варианти. И вот эта полиморфност. И тази полиморфност. Она свойствена идеи. Тя е свойствена на идеи. У понятия уже не столько. Понятията вече няма толкова много. Она уже ограничена. То е ограничено. И в обычной жизни. В обикновения живот. Мы связываем с этим словом. Ние свързваме с това думата. Но вы видите, это не такое же слово, как живое духовное само слово. Само за това не е това, тази дума, не е словото, което е живото слово. Это то, что обычно номиналисты используют как номен. Това е, което и номиналистите използват като име. Име. И вот эти номиналисты, они говорят, что у нас есть предмети. Казват, че тук имам предмети. И нету никаких идей, которые съотносятся с ними. Които да се съпоставят. А есть только слова, которые мы сами им. Има само думи, които ние самите им присвояваме. И кто-то назвал это стула, кто-то назвал магика, кто-то назвал тиш. И някой го казва, че стул, други стол, други тиш. Тиш, стул, магика – это разные слова для одного и того же, кто придума слова – человек. Почему так говорить? Думи, защото човека, хората ги измислите. Защо така ги измислиха? Защо така са договорени? Поэтому философия, которая основана на душе рассудочной, затова философията, която се основава на разсъдъчната душа, столько конфликтов. Има толкова конфликти. Философия, которая основана на душе, душе съзнателной, философията, която е основана на висшето съзнателно, она не хочет. Создавать какие-то новые понятия. Тя не иска да создава нови понятия просто. Она хочет. Тя иска. И это делает Штайнер. И това прави Штайнер. Она хочет поднять отсюда. Да изкачи от там. Одну лестницу прямо туда. Една стълба да вдигне направо догоре. Это лестница, которая связана с восприятием. Това е една стълба, която е свързана с восприятията. И она строит другую лестницу. И тя построява друга стълба. То есть философия свободы Штайнер дает сразу две лестницы, потому что понимает, что одно это очень мало. То есть философията на свободата Штайнер дава две стълби, защото едната знае, че много малко. И вторая лестница. И втората стълба. Давайте първо назовем лестница восприятия. Дайте първата ще наречем стълба на восприятието. А вторая лестница. Лестница. Сейчас мы рассмотрим каждую по отдельности. Сега всяко по отделности разгледаме. Мы вначале возьмем вот эту часть, первую. От началото взимаем първата част. Когда я воспринимаю какой-то объект, вот и воспринимаем данный объект. Когда вы воспринимаете это, когда вы воспринимаете това, или так, все равно, или так, все равно, у вас нет по отношению к этому никакого понятия. Вие нямате никакво отношение на този предмет понятие. Здесь это легко. Това е лесно тук. Если я вам покажу это, ако ви покажа това, то у вас с этим восприятием почти автоматически будет подниматься тоже какой-то
понятие. Вие с това възприятие автоматично ще ви се... То есть какое-то слово. То есть някаква дума. Вы будете говорить, это керца, это свеча. Вие ще кажете, това е свеча. Здесь вы не можете так легко сказать. Тук вие не можете толкова лесно да кажете. Окей? Поэтому Штайнер говорит, на этой ступени... И то, что не казва, на тази... На левой ступени. Человек здесь первая, там четвертая. Тук е първата, тази четвъртата степен. Штайнер говорит, на этой ступени... К этой ступени надо привыкнуть. Штайнер казва, към тази степен трябва да се... Вы должны упражняться в том, чтобы, рассматривая футляр, например, и очки, трябва да се упражнявате, че, например, разглеждайки калъпката или книжката, или книгата. Да. У кого была эта вчера книжка? Вчера не было? У вас, да? У тебя есть, да? То есть они его держали, да? Значит, я держала книжката. Вот. Что это? И вы все говорите книжка. Так вот, это все говорят книга. Если вы говорите, что это книжка, вы уже не здесь. Ако вече ви казвате, че тази книга, вече не сте на тази степен. Друг ще пиши на другой уровень. Ние вече минавате на друг уровень. Штайнер говорит, оставайтесь на первом шаге, пока здесь. Штайнер казва, останете на първия... Йов это называет чистый опыт. И пред това го нарича чист опыт. Философия свобода. Философия на свобода. Чистый опыт это есть. Чистый такой опыт. Вид восприятия, при котором мышление еще не задействовано. Чистият опит е такъв вид възприятие, при което мисленето все още не е задействано. Чистый опыт – это чистое восприятие. Чистият опит е чисто възприемане. Чистый опыт – это восприятие безмозглое. Чистият опит е това чисто възприятие без мозък. Потому что как только к восприятию присоединяется мозг... Тук вече когато към възприятието се присъедини мозъка... Да? У нас уже включается как раз вот этот момент, когда мы какие-то представления к этому добавляем. И вече включваме към нас някакви представи, които добавим към това. И появляется своего рода суждение. И се появяват някакви суждения. А у чистого опыта или у чистого восприятия нет суждений. А при чистия опыт, чистото восприятие няма суждение. Те, кто обрабатывали философию свободы, они знают. Тези, които са обработвали философията, это самое трудное место. Те го знаят. Вообще философия свободы это распятие для антропософов. Философия на свободата, това е разпятието на антропософа. Они очень не любят. Те много не любят. Нет, мы не любим. Потому что сложно. Потому что сложно. И иногда, или иногда часто, и честно. Да, это тоже верно. И поэтому есть люди, которые объясняют очень глубоко о философии свободы. Заставим хора, которые объясняют много глубоко философию на свободе. И если о трудном трудно объяснять, еще труднее становится. Ако за трудното нещо, по труден начин го объясняваш, още по-трудно става. Поэтому я подумал, может быть, чуть-чуть полегче как-то сделать. А затова помислих, что много така по-лесничко да ви го объясним. Итак, чистый опыт – это тот опыт, где не присутствует суждение. Чистый опыт – это този опыт, където няма суждение. Давайте коротко уясним, что такое суждение. Кратко да си изясним, какво е суждение. Как вы думаете, вот что такое суждение? Как си мислите, какво е суждение? Субъект, предикат. Субъект, предикат. Следствие. Субъект. Предикат. Предикат. Следствие. Следствие. И что? И кво? Где здесь суждение? Где суждението? Цялото. Все вместе. Все вместе. Ага. Еще какие варианты? Суждение, асоциация. 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 Хорошо, ребята. Давай. Все это может быть суждением, но только тогда. Всичко там может да бъде суждение, но когда вы имеете минимум когато имате? Две съставни. Минимум две съставни. Две асоциации. Две асоциации. Два субъекти, предикат и там подобно. Два субъекти, предикат и така нататък. И вы делаете вот так. И правите така. И вы делаете это вот так. И правите това. У вас один субъект, второй субъект, и вы приводите их действия.
субект, втори субект и ги привеждате към взаимодействие. Если я в действие их не привожу, ако не ги привеждам действие, тогда это не суждение. Тогава това не е суждение. Я оставляю их так, как они есть, просто вот здесь стоят. Оставям ги така, както се си, те просто да се стоят там. Это тогда чистый опыт. Тогава това е чист опит. Я говорю, это стакан с водой. Я сказал, това е една чаша с вода. Это тоже стакан с водой. И това е също чаша с вода. Конечно, я называю это стаканом, словом. Аз разбира се, това го наричам с чашата, с имя. Да. Чистый опыт он тогда, когда я даже не говорю, это стакан. Чистый опыт, и тогда, когда я даже не говорю, това е чаша. То есть это самый чистый опыт. Это най-чистый опыт. Это тогда, когда я говорю, что это нечто. Това е тогда, когда я сказываю, това е нечто. Сделанное из бумаги. Направлено от хартия. Наверху шире, внизу уже. Отгоре е по-широко, долу по-тясно. Широкая верхняя часть открыта, нижняя имеет закрытость. Широката горна част е отворена, а долната е затворена. И там наполовину жидкость. И наполовина с вода. Вот это все есть чистый опыт. Всичко това нещо е чист опыт. Конечно, я называю бумага. Аз разбира се, наполовину. Хартия, наполовина. Дно. Да, да. Широкое. Широко. Но я не могу не называть, потому что я должен как-то это выразить. Аз не мога да не ги назвавам, тъй като трябва по някакъв начин да ги изразим. Это все равно считается чистым опытом. Това все едно се нарича чист опит. Но когда я уже два елемента в какую-то взаимосвязь привожу, но когато аз вече два елемента привеждам в каквато взаимовръзка, тогда порождается суждение. Тогава поражда се съждение. Это значит, я говорю, это стакан с водой. Тогава казвам, това е чаша с вода. Это уже суждение. Това е вече суждение. Почему? Потому что я здесь уже назвал имя. Защото аз вече нареках името. То есть уже дал определение. Да, дадох определение. И я максимально дистанцировался от описания. Я с максимално се дистанцирах от описания. А сделал уже суждение. А направил вече суждение. То есть самый верный вариант оставаться в области чистого опыта – это давать описание. Тоест най-верният начин, по който да останеш на чистия опит, е да дадеш описание. Описание. Как только я говорю не описание, а выношу суждение. От както аз започвам да казвам не описанието да говоря, а някакво суждение да изнасям. Это значит, я уже выхожу на следующий уровень. Вече означава, че аз преминавам на второто ниво. И ще бъде очень важно, чтобы очистить эту часть от суждения. И защо беше много важно да се очисти тази част от съждения? Чтобы создать область, которая възприемается, и там нет никакого мышления. Област, която просто се възприема и там няма никакво мислене. Итак, чистый опыт. Това е чистият опыт. Потом мы то, что мы восприняли, можем представить себе. После того, как мы восприняли, можем на себе представить. То есть каждый из вас может видеть. То есть, всякий от вас может видеть. Вот, этот стакан вы видите физически, закрываете глаза. Физически глаз больше не смотрит. Физически только повече не. Но вы внутренне можете видеть. Но с внутренним только можем да видим. И вчера мы видели, где мы видим этот стакан. И вчера ние видяхме, къде виждаме тази чаша. И мы сказали, где-то здесь. И ние си казахме, някъде си там. Это уже есть не восприятие. Това вече не е восприятие. А это есть уже представление. Това е вече представа. Нарисуйте, пожалуйста, бутылку. Нарисувайте, моля ви се, бутылка. Попробуйте, сейчас да. Быстренько нарисовать бутылку. По-бързичко, така нарисувайте някакво бутилка. Если бы маранди было здесь. Да, вот. Это интересно. Маранди – это художник, который рисует бутылки, как иконы. Бутылки.
И ти ме покажете друг другу. И сега си ги покажете един на друг. Пасмотрите. Укажете на какая это своеобразная буква. Всеки си ме са своеобразна. Сиже, обратите внимание на очень важный аспект. Обратите внимание на един важен аспект. Възприятия, они обективни. Възприятията са обективни. Потому что эта бутылка, она для всех вас одинаковая. Защото за всички вас. А та же са одна и та же. Бутилката е еднаква. Кто-то может любить ее, кто-то не может не любить. На някой може да му хареса или някой не. Не, да важно. Но това не е важно. Главное, что их не 500. Но за това не са 500, а това е една бутилка. Здесь у меня в руках. Тя е в тази в ръцете ми. Но в вашем представлении, когда вы представляете бутылку. Но в вашето представа, когда вы се представите. Она умножается. Тя се умножава. Представление субъективно. Представата е субъективна. Тоест, мы субъективируем обективные восприятия и за счет этого формируем представление. Тоест, ние субъективираме обективните восприятия и за сметка на това стават те вече субъективни. Мы можем сказать, Миша, зачем это? Можем да си кажем, Миша, за какво ни е това? Дело в том, что если мы занимаемся душой сознательной, это значит, мы должны каждый шаг осознать. А вопросът е там, че ако ние се занимаваме със съзнателната душа, ние трябва всяка наша стъпка да я осъзнаваме. У нас остана стъпка 2 следващи шага. Остават само 2 следващи стъпки. Следващи шаг? Следващата стъпка. Это шаг, который называется понятие. Това е стъпка, която се нарича понятие. Когда вы, я сказал, нарисуйте, пожалуйста, бутылку. Когда вы говорили, нарисуйте бутылку. Почему никто из вас не нарисовал крокодил? Что никто из вас не нарисовал бутылку? У вас было не только правильное представление о бутылке. Вы не имеете само правильное представление о бутылке. Но и правильное понимание. Но и правильное разбирание. У вас было правильное понятие о бутылке. Вы имеете правильное понятие за бутылку. В советское время ходил один анекдот. Имаш един вид по-руско в советско време. В Грузии есть несколько таких маленьких народностей. В Грузии има няколко малки народности. И одна народность мегрелская. И едната е мегрелская. И они любят очень хитрить. И те много обичат да хитруват. Хитрит и лукавит. Да са, да, да хитруват. Лукавит и обманывает. Да удат в лъжат. То есть, если у тебя друг мегрел, надо быть осторожным. А ты имаш мегрел като приятел, трябва да си много внимателен. Это все знали, потом не обижаются. И всички това го знаят, затова никой не се обиждаш. А не видел такой, что мегрел едет в Россию. Мегрел идет в Россия. Куда-то в Сибирь. Някъде в Сибирь. И начинает в школе преподавать, деньги надо заработать. И започва да преподава в училище, за да работи за пари. За да в школе начинает преподавать. Започва да преподава в училище. Что вы преподаете французский язык? И преподава френски язык. Через несколько лет студенты, ученики идут поступать в Москву. Уже несколько годин студенты. И начинают говорить по-мегрелски. Учат поступают в университет и започнут да говорят по-мегрелски. Учитель говорит, что ты делаешь? Учитель говорит, что правишь? Говорю по-французски. По-французски. То есть кто-то может к нам прийти и сказать, что... Някой может дойти при нас и не каже. То, что вы сейчас видите, как бутылка, она называется жираф. Това, което виждате като бутилка, тя се казва жираф. И если мы до сих пор с этим опыта не имели с бутилкой, и ако ние до сега нямаме никакъв опит, мы скажем, хорошо, жираф. И ние ще кажем, добре, това е жираф. Это значит, наши родители, това означава, че нашите родители, когда принимают нас как детей, когато ни приемат като деца, уже тогда правильно указывают на бутилку, называя ее бутилкой. Тогава вече те правилно показват, че... Если они грузины, они в жизни не назовут бутилкой, они говорят, вот ли.
Ако те са грузинци, няма никога да кажат бочилка. Жесли они немци, они използват другое слово, не говорят? Те са немци, те казват друга дума. Обективна бутилка та же сама. Обективна бутилката е същата. Представление образуется тоже. Представата е същата се образува. И понятие, но понятието связывается в данном случае со словом. Се свързва в данни. Но вы заметили, что оно тоже субъективно. Вот почему я забирала, что също е субъективно. Оно субъективно. Кто-то так называет, кто-то по-другому называет. Някой не нарича така, друг по друг начин. И наконец есть четвертое. И края имаме четвъртото. Это уже не понятие, а идея. Това не понятие, то е идеята. И она. И тя. Она уже находится в духовном мире. Тя вече се намира в духовния свят. Она есть мать всех бутылок. Тя е майка на всички бутилки. Идея стула есть мать всех стульев. Идеята на за стола е майка на всички стулове. Нету стула, а потом появляется мама. Не, няма да бъдем първо стол и после да идва майка. Вначале есть идея велосипеда, потом велосипеда. Първо имаме идеята за велосипед, след това се появява велосипед. Это значит, способность человека, означава, че способността на човека изобретать что-то новое, да изобретява нещо ново, делая открытия, правейки открытия, не просто усовершенствовать что-то, что уже есть, не просто да усовершенствовать нещо, което вече и го има, а сделать открытие, а да направиш открытие, связано с тем, что кто-то сюда взглянет. Е свързано с това, че някой някъде, някой там е погледнал. Мир идеи, он тоже объективен. Мирът, светът на идеите, той също е обективен. Это значит Штайнер. Това означава Штайнер. Оказывает, что можно наблюдать только на четвертом уровне. Може да се наблюдава само на четвърто ниво. Тогда мы не мыслим, это чистый опыт. Тогава ние не мислим, това е чист опыт. Мы можем воспринимать. Можем да възприемаме. Представление. Представи имаме. Представление, основанное на опыте в физическом мире, то есть на опыте восприятия физического мира. На опыта в физическия свят. Они живут в памяти. И живеят в памятта. И он указывает, что можно воспринимать и понятия. И той указва на това, че може да се възприема понятията. Для того, чтобы воспринимать предметы, недостаточно мама и папа, не е необходимо само майка и баща, которые мне дают физическое тело, които ми дават физическото тяло. Для того, чтобы видеть или воспринимать понятия, за това да можем да възприемаме понятията, эти папа и мама должны говорить. Тези майка и баща трябва да говорят. Если вокруг меня люди, которые не говорят. Ако по мене си има хора, които не говорят. Я смогу видеть. Мога да виждам. Я смогу представлять. Мога да си представям. Но у меня будут проблемы с восприятием понятий. Но ще имам проблеми с възприемането на понятия. То есть проблемы с восприятием слова. То есть с проблеми с възприемане на словото. И Штайнер говорит, что последняя ступень восприятия. Штайнер казва, что последняя степень восприятия это когда человеческий не физическое тело воспринимает, то когда не физическое тело воспринимает, а человеческое я воспринимает идею непосредственно. Восприема идеята непосредственно. И это и есть уровень интуиции. И това е нивото на интуицията.
Мы постараемся сделать небольшой опыт. Сейчас направим малок опыт. Первые эти два мы уже сделали. Тези първите две днес вече ги направихме. Связано с понятием и с идеей пока еще нет. С понятията и идеята обаче още не. Я вначале расскажу о второй лестнице. От началото ще ви разкажа за втората стълба. А лестница мотивация. За стълбата на мотивация. Итак, Штайнер говорит, ты можешь воспринимать не только физический мир. Штайнер казва, ти можеш да възприемаш не само физическия свят. Человек, ты можешь воспринимать и идеи тоже. Човек, ти можеш да възприемаш и идеите. Гёте воспринимал идеи. Гёте възприемаше идеи. Идеи растителного мира. Идеите на растителния свят. Значит, это возможно. Значит, это возможно. Теперь мы перейдем к мотивационной лестнице. Сега преминаваме към мотивационната стълба. Здесь следующий путь. Там е следващият път. Я делаю что-то, потому что физический мир меня к этому побуждает. Аз правя нещо, защото физическия свят ме пробужда за нещо. Я должен кушать. Аз трябва да ям. Я должен одеваться. Да се обличам. Я должен ехать куда-то. Трябва да пътувам някъде. Это все связано с физическим. Всичко това е связано с физическия свят. Миша, почему ты кушаешь? Миша, защо ядеш? Потому что я живу в физическом мире, это требует этого. Защото в физическия свят живее и съм должен, необходимо ми е да ям. Я могу брать мотивации не только из физического мира, но и из представления. Мога да взимам мотивации не само от физическия свят, а и от света на представите. Например, я не хочу кушать все мороженые. Например, не искам всичките... Я люблю особенно с орехами. Обичам най-много с орехи. Это уже не физический мир тебе говорит. Това вече не физическия свят ти ми казва. Это уже мои хотелки. Вече това са си мои. И то же мое представление о вкусности. Моя представа за вкусното. Я говорю, вот это съм, а это нет. Казвам си, това ще го изям, това не. Это уже то, что, скажем так, исходит из моих потребностей, из моих желаний. Това е вече нещо, което излиза от моите желания. Значит, я могу делать... Значи аз мога да правя... И мотиви для моего делания брать из моих желаний. И мотивите на моята работа да не ги взимам от моите желания. Я могу подняться чуть выше. Мога да се кача още по-нататък. И сказать, что мой отец говорил. И да си кажа, моят баща ми казваше. Кушать мясо нехорошо. Да си яде месо не е хубаво. Он такой не говорил, но сам прекрасно. Той не казва, что тебе не става много добре ядеше месо, той сам не. Но слово моего отца для меня закон, если он такое сказал, я не кушаю. Обаче думата на моя баща е закон и ако той така казва, аз не ям. Я бы не против поесть. Аз няма да има нещо против да ям, да изям. Но отец каза, не куши. Обаче баща ми каза, не дей да ядеш. Традиция каза, да не куши. Традицията казва, не яш. Кашмидарство каза, да не куши. Държавата казва, не дей да ядеш. Бил Гейтс каза, не куши. Бил Гейтс казва, не дей да ядеш. Да. Несколько месяцев тому назад он написал, что европейцы должны перестать кушать настоящее мясо, живое мясо, они должны перейти на искусственное мясо. Няколко месеца преди това той написа, че европейците трябва да престанат да ядат живо месо, трябва да ядат изкуствено месо. Тоест, мы делаем опять что-то, но мотивация берем не из физического мира, не из наших желаний, стремлений, хотелок, а из каких-то традиций. Ние правим нещо, но не го взимаме от физическия свят, не го взимаме от нашите желания и мотиви, а го взимаме от някакви традиции. Я не люблю, может быть, традиции вот эти, но я люблю культуру, искусство. Аз, може би, не обичам точно тези традиции, но обичам изкуството, културата. Я люблю этику. Аз обичам етиката. Поэтому я хочу так поступать, как это этично. Значи искам да поступам така, както е етично. Но в Грузии другая етика. Само, че в Грузия имаме друга етика. Германия другая етика. Германия друга етика. Грузия, если ты на тебя кто-то вот так смотрит, ако в Грузия някой на тебе така гледа? Ти должен спроси, що ти на мене так смотри? Да, да го попиташ, какво гледаш така? Германия, ти такова не скажеш. В Германия така няма да кажеш. Германия, ти просто глаза отворачваш. В Германия просто ще се обърнеш погледа. Тоест, етика, она в каждом государстве разна. Тоест, етиката във всяка държава е различна. Она субективна. Тя е субективна.
И я говорю, мне это больше нравится и поступаю так. Аз си казвам, това на мене повече ми харесва и така поступам. Другой, что-то другое считает более этично, поступает по-другому. Смята, че нещо друго е по-етично и постъпва по друг начин. На всех трех этажах. На всичките тези три етажа. Я не самостоятелен. Аз не съм самостоятелен. Я на всех трех этажах связан. Аз съм свързан на всичките тези три етажа. Кто-то сказал, и это становится импульсом, чтобы я что-то сделал. Някой го казва и това става импулс нещо да направя. Но если я воспринял. Но ако аз възприемам смысл и идею какого-то явления, ушанина. Мисълът и идеята на някакое явление, например, на яденето. Педагогики, например. На педагогиката, например. Развитие ребенка. Развитието на детето. Я понял смысл. Аз съм разбрал смисъл. Я его воспринял в начало. Аз съм го възприял в началото. Възприятие происходит здесь. Възприемането на лестнице възприятие. На тази стълба на възприятие. И потом, если я здесь воспринятая. И аз после тук, ако това възприятие тук, там. И вържу сюда на эту лестницу. Го приближавам към другата стълба. Така я могу его постепенно спускать. Аз мога след това постепенно да го спускам. И делать основа для моей деятельности в физическом мире. И да го правя за своя основа в моята дейност в физическия свят. Еще раз, это важный момент. Това е много важен момент. Още веднъж. Я не могу действовать здесь в физическом мире свободно. Не мога да действам в физическия свят свободно. Независимо. Независимо. Если я вначале независимо не воспринял. Ако аз в началото независимо не съм възприял. Независимо от физическото. Независимо от физическото. От представление, от понятие, непосредствена идея. От понятията, непосредствена идеята. Мне говорят, Миша, у тебя нет духа. На мен ми казват, Миша, ти нямаш дух. Это означает, ти не можеш видеть идеи. Тоест, това означава, че не можеш да възприемеш идеята. Азур – это то существо, которое говорит, ти не можеш видеть идеи. А азурите са тези същества, които казват, ти не можеш да видиш идеята, да виждаш идеята. Поэтому он против я. Затова той е против аза. Он говорит, я тебе дам все идеи. Аз той казва, аз ще дам всички упакую идеи. Упакую очень четко и скажу, это куша, это нет. Ще ги упаковам много ясно и ще кажа, това я, това не. А я говорю, оставь меня в покое, у меня есть мой дух. Аз казвам, аз имам, остави ме на мир, аз имам свой дух. И я способен подниматься по этой лестнице и воспринимать идеи непосредственно. Да се качвам по тази стълба и да възприемам непосредствено идеи. Чтобы иметь свободную волю, за да има човек свободна воля, здесь надо дойти до свободного познания здесь. Там долу, ако трябва да имаме свободна воля, трябва да дойдем до свободното познание там. Проблема многих, даже антропософа. Проблемите на много хора, дори антропософа. Заключается в том, что они путают свободное действие. Се заключава в това, че те бъркат свободното действие. С тем, я делаю, что хочу. С това аз искам, правя каквото искам. Если я делаю то, что я хочу, я свободен. Аз ако правя това, което си искам, не аз съм свободен, не ми причи. И ти тоже не должен мне мешать. И ти също не трябва да ми мешаш. Я тебе не мешаю, ти ми не мешаш, мы оба свободны. Ти не ми пречиш, ние сме свободни. Это не так. Това не е така. Свободы здесь не видать. Там свобода няма. Свобода, свобода няма. Рождается только тогда, когда человеческое я способно воспринять идею в чистом виде. Свободата идва тогава, когато човекът е способен да вземе идеята за основа. Да я вземе след това за основа. Для того, чтобы на ее основе действовать. То есть взять ее за основу мотивации. Основа, да може да действа, т.е. да я вземе за основа на своята мотивация. Всю антропософию Штайнер воспринял на уровне интуиции. Цялата антропософия Штайнер е възприел на нивото на интуицията. И потом он дал на уровне слов. И представление дава и възприятие. На езикът на думите, на представите и на възприятие. Мы пользуемся вот этим. Ние ползваме ето това. Вот это. Ето това ползваме. Но этого для антропософии недостаточно. Но това за антропософията не е достатъчно. Мы должны научиться подниматься вот сюда. Не трябва да се научим да се издигаме. Если мы это не сможем, антропософия не сможет согласиться.
Ако ние не можем това да направим, потому что одна мощная энергия достаточно. Да се, да, да... Нужни постоянные усилия дорабатывать здесь, сюда. Само стояние е достатъчно. Нужно постоянные усилия, по лестнице восприятия, за да можем да доработваме, възприемат там, свежи идеи в духовния мир. Се качваме по стълбата на възприятията, да възприемаме свежи идеи от духовния свят и след това да ги спускаме по другата стълба. Вот об этом пишет Штайнер в своей философии свободы. Ето затова пише Штайнер в своята философия на свободата. А первой лестнице он пишет в первой ее части. На първата стълба той пише първата част. И а второй лестнице он пише на второй части. В първата част на философия на свободата. Всего 14 глав, 7 глав здесь, 7 глав там. На втората част пише на втората стълба. 7 глави тук, 7 глави там. Да, вопрос. Другой Штайнер, он посвященный. А мы с вами не посвященные. Как нам куда? Да, он говорит, что Рудольф Штайнер посвященный, а мы не посвященные. Как мы можем туда добраться? Поэтому мы сделали... Этот шаг должен делать каждый из вас. Отсюда во сюда. Тази стъпка, мы сейчас попробуем подняться отсюда во сюда. Всеки може да трябва да прави тази стъпка от там и до там. И ви будете разница. А ние сега ще направим стъпката отдолу нагоре и ще видите разликата. Значи, сколько не ще отрови? Частно. Всеки сам казва, че трябва да мине от... Мы начнем... Мы должны что-то взять за изходную точку, да? Нещо трябва да вземем като изходна точка. Я напишу здесь стакан. Ще напиша тук чаша. Это исходно. То есть мы на примере стакана постараемся дойти до идеи. На примере на чашата ще се опитаме да достигнем до идея. Этот путь он немножко долгий. Пътят е малко по-дълъг. Поэтому надо набраться терпения. Така че трябва да имаме търпение. Но мы постараемся весело идти. Но ще го... Ще го... Чтоб чуть было легче. Первое. Остановка это. Что вы считаете стаканом? Кто смятает, что это чаша? Пускай каждый из вас напишет, что такое стакан. Нека всеки от вас напишет, какво е това чаша. Каждый пишет сам. Всеки пише сам. У себя на бумаге, у кого нету, скажите, мы дадим. Кто-то няма хартия, искате, кажете, да, ние ще ви дадем. Что такое стакан? Какво е това чаша? Вы видите, на этом первом, на этой первой остановке я не сказал, посмотрите на стакан. Виждате, что на тази первой степени нас не ви казах, погледнете на чашу. Я начал сразу с того, что у вас в памяти сидит, как стакан. Аз започнах веднага с това, какво следи в вашата памет. Почему? Чаша. Защо? Потому что? Защото? Для того, чтобы... Это ведь игра немножко, да? То есть я делаю не как научный труд, а как игру немножко творческую. А не как научный труд, а как игра. Если я хочу отсюда вылететь туда... Ако искам да излетя от там на тавтаха... Идеи стакана. Я должен знать, откуда мне лететь туда. Към идеята на чашата, аз трябва да знам откъде... Если я хочу лететь в Берлин... Ако искам да летя в Берлин... Это моя цель. Това е целта ми. Я должен знать, откуда хочете лететь в Берлин. Аз трябва да знам откъде искам да... Потому что если я в Софии, надо что-то другое, чем лежи в Москве и тому подобное. Ако съм в София, нещо друго трябва, отколкото ако съм в Москва. Твое отношение по отношению к этому, я хочу выяснить. Твое отношение по отношение на това статус-кво. Искам да изясня. Статус-кво. Что ты считаешь, является стакан? Какво считаш ти, че се явява, че е чаша? Написали, да? Спасибо большое. Носител. Можешь да принесешь нечто с ней? Это держатель. Это что? Держатель.
Держатель. Да. Стакан это держатель, да? Держатель. Стакан это держатель. Нещо, което задържа течности и насипни вещества. Защото то удържава жидкости и насипни вещества. И вещества, които сипятся. Сипятся. И що ти дава? Що ти намисля? Предмет, в който може да се сложи нещо, което ако е течно, няма да изтече. Следа предмет, в который можна что-то положить, и если оно жидко, оно не вытече. Интересно, да? Почему интересно? Потому что если я возьму ведро, там тоже не вытекет. Интересно, что такое зима кофе, там пак няма да истечет. Но ведро не стака. Обаче кофе-то не е чаша. Да се взема с ръка и се... Взяти го в руки и се можна пить с ним. Това? Да. Вот это важно. Удобно за каждого собрать. Удобно, чтобы ее в руках держать. У стакана, да? Да. Хорошо. То есть она должна помещаться в руку, не в две руки. Да? Да, побира в одна рука. Хорошо. Вот это вот сейчас интересно, просто нам узнать, что я думаю о стакане. Стакан существует уже миллион лет, может быть, да? Сега не ми е интересно да разбера какво вие мислите за чашата. Ви интересно, просто мое отношение к стакана. Интересно мое отношение към чашата. Теперь посмотрим не мое понимание стакана. Сега ще видим не моето разбиране за чашата. А понимание о стакане, скажем так, других людей, профессионалов, может быть. Например, ще видим разбирането на професионалистите, например, за чашата. Потому что один сказал, стакан – это то, что, куда можно наливать воду или песок. Че чаша е нещо, което може да наливаме вода или насипни неща. Воду можно наливать в ванну тоже. А водата може да наливаме обаче в ванната също. И в кастрюлю тоже песочное что-то. И в кастрюлю също може да наливаме. Но это не стакан. Да наливаме ориз, например, обаче не. Професионалист, който прави чашите или бармен? Професионалист, който делает чашки или бармен? Мы сейчас возьмем мобильники. Сега ще вземем мобилните си телефони. Идите в Википедия. И отидете в Википедия. Посмотрите, что такое стакан. И вижте, какво е чаша. Просто ради интереса. Просто ти каза, ради интереса. Какво мислят за чашата другите хора? Това е написано на дъската. Що думают о стакане други? Простите, и потом кто-то один из вас зачем? Някой да ни каже. Кой? Пишет. Да? Чаша е с форма на пресечен конус или цилиндър. Значи да са с форма и пересечена конуса или цилиндра. С дръжка или без дръжка. С ручка или без ручки. Който се употребява за пиене както на студени, така и на топли напитки. Который употребляется для питья холодных и нехолодных напитков. Чашите имат голям разнообразие на форма, големина, материал. У них большое разнообразие формы, величины, материала. Материал, който са изработени и предназначени. И предназначени. Разни. Така, например, високите стъклени чаши са за вода. Так, например, високия стеклянная чаша е для воды. Подобни чаши се пие бирата. Подобних бакала пиелца пива. Чашите за вино са много по-различни. Те имат основа, поставка. Чаши для вина, они очень разные. У них основа, поставка какая-то. Тънък ствол, за който се хваща чашата и широка горна чаша.
тонки стержни, да, за готова вътрека. Да, чашите за кафе и чай са изработени от готовен порцелан. Чашки для кофе и для чая, а ние въработени с фарфор. Но може и от виенско стъкло. Но може да си и из стекла. Yes. Те са малки дръжка и малка чиника под тях. А ние маленьки с дръжка и с маленька тарелка под ним. Май, това е. Тя, а си бъча? Тоест, на българском языке. Тоест, на български язик. Эти оба я называют со стаканами? Да. Это и то? Да. Чаши, да. Все же называется стакан. А? Все. Все называется стакан. Тогда рисуйте, пожалуйста, один стакан. Тогда вы нарисуете один. То есть не рисуйте, а пишите один стакан. Упишите одна чаша. Которую я вам сейчас покажу. Вот я сейчас и покажу. Вот этот. И тос. Та чаша вообще. Вот, пожалуйста. Эту, упишите тази чаша. Опишите его теперь. То есть, что вы наблюдаете? Что наблюдаете? То есть сейчас задача описать. Да, это опишем. Описание предмета. Описывание на предмет. И когда я описываю, я пишу. Это, например, круглое. Вот его описываем, пишем. Это, например, круглое. То есть сейчас вот здесь наступает этот уровень чистого опыта. Только наступает този ниво на чистый опыт. Здесь я посмотрел, какое у меня отношение. Только погледна, какое мое отношение. Что считаю стаканом? Какво смятам, что это чаша? Я и другие. Аз и другите. Как раз для того, чтобы посмотреть, что я думаю о том, что является смыслом стакана. Да видя, какво аз мисля, че се явява смисъла на стакана. И чем лучше я здесь определюсь, тем яснее для меня будет то новое, тот шаг, который я сделаю отсюда туда. Колкото по-ясно аз в това място се определя, толкова по... По-лесна ще бъде крачката, която ще направя от тук до по крайната цел. Ето, второе може да сделате и на третия месте, не проблема. Второто може да се направи на третия месте. Главно, чтобы первое осталось, то, что вы сами в начале... Важно, че първото е това, което вие в началото мислите. Определились бы по отношению к предмету, который вы хотите познать. Което в началото вие сте определили по отношение на предмета, който искате да познаете. Теперь наступает чистый опыт, вы говорите это. Нечто конусообразное. И казвате, има нечто конусообразно. Можете рисовать тоже. Може да се рисува. Что наверху более широкое, низу более узкое. Горе по-широко, долу по-тясно. Что они соединяются. Те се соединяват. Здесь дно, там открыто. Дъното, там е отворено. Здесь что-то написано. Тук нещо е написано. Да. Белый шрифт. Бял шрифт. Красное окружение. Червено. Здесь какой-то мужчина стоит. Там някакъв мъж стои. Там что-то написано. Там что-то написано. Все, что я наблюдаю, я пишу. Всичко, което наблюдавам, пиша. Четвертый шаг. Четвертата стъпка. Если при описании предмета я описываю феномены, ако при описанието на предмета аз описвам феномените, и их много. И те са много.
то при четвъртом шаге поиск. То при четвъртата стъпка. Основного феномена. Имаме търсене на основния феномен. Тоест, без чего стакан уже не стакан. Тоест, без какво чашата вече не е чаша. Начиная с этого четвъртого шага. Започвайки от четвъртата стъпка. Мы уже ведем себя не совсем нормально. Ние вече сме, така малко да се каже, не съвсем нормално задържим. Потому что нормально жить вот этими тремя это достаточно. Защото нормално да живеем с тези три, е абсолютно достатъчно. Так можно университет закончить. Така може и университета да свършим. Не обязательно спрашивать, что является основным феноменом. Не обязательно да се питаме какво е основният феномен. Многие люди приходят в университет. Много хора идват до университета. Они пылают. И те горят. Они хотят что-то делать. Те искат нещо да правят, да познават. А им дают очень много вот этих уже законченных понятий. А на тях им дават много такива затворени вече понятия. Что такое человек? Об этом думал то-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 то. Какво е човек? Ами за това казва еди кой си. А еди думал съвсем другое. А в този казваш еди после друго. Вот такие тома. И такива томове. И я кушаю 6 лет вот это. Ну 6 лет не, но 3 года в любом случае. Ям това. Поне 3 години. И через 3 года у меня желудок уже болит. И после 3 години вече стомаха ме боли. Потому что только это кушаю. Понеже само това ям. А я хотел что-то делать. А аз исках нещо да правя. Не дали. Не ми дадоха. Потом или я меняю професию. За това или си сменя професията. Говорю, я не то хотел. Аз казвам, не, това не го исках. Или я сам стремлюсь. Сам се стремя. Дойти до следующего уровня. Да дойда до следващото ниво. Или третье, я остаюсь там. Но как Филот в «Маленьком принце», который очень хотел рисовать, но ему сказали учись. Или аз оставам на това ниво, където, например, както пилота на книжката на «Маленькия принц», казаха му учись. К съжалению, забросил. И той оставя. И стал летчиком, вместо художника. Оставя художеството и става летец вместо художника. Но он всегда равно был очень особенным летчиком. Но все едно той беше много особен летец. Который с собой всегда носил в своей памяти. Който винаги в твоята памет носеше. Те первые картинки, которые он рисовал. Тези първи картинки, които той рисуваше. И логика говорила. И логиката казваше. Ето шапка. Това е шапка. Она выглядит как силуэт шапки. Изглежда като силуэт на шапка. Силуэт какой-то, да? Силуэт на шапка. Това е шапка. А он внутренность ее видел. А той вътрешността виждаше. Тоест он с этой внутренностью хотел встретиться. Той е искал да се срещне с тази вътрешност. А люди внешности. А хората на външни. Это вот все то, что говорят. Люди думают, это то-то. Они не задаются, что является основным феноменом. Те са тези, които не си задават въпроса какво значи основния феномен, но остават при тези другите три. В 1907 году Штайнер устраивает теософский конгресс в Мюнхене. 1907 година Штайнер прави теософски конгрес в Мюнхен. Все теософское общество там сидит. Цялото теософско общество сиди там. Философское общество тогда это были те, кто очень тонко чувствовали спиритуальное. Философите бяха тогава в това време тези, които много финно чувстваха духовното. То есть считались сами себя, что они очень глубоко здесь находятся. То есть сами себе си се смятаха такива, че много дълбоко се намираха там, в тази общество. Штайнер приходит и в этом зале он расставляет между прочим. И в тази. И символ из апокалипсиса. И в тази зала поставя, така между другото. И рисунки, которые он сам сделал. И рисунки има, които сам е направил. И нещо има от апокалипсиса там. Но между прочим он ставит и три бюста. Той поставя три бюста. Между другото. Три бюста. Один. Гегел. Единия на Хегел. Другой Фихте. Другия на Фихте. И трети Шелинг. И другия Шелинг. Они удивились. Те се удивяват. Что эти философы потеряли здесь? Как что? Так вот эти философы се загубили тук. Но потом они начали понимать, что. След това обаче те започнаха да разбират какво. Гегел был тем. Хегел беше този. Кто написал феноменологию. Който написал феноменологията. Не стакана.
Не на чашата, а духа. На духа. На духа. Это человек, который боготворил мысли. Това е човек, който боготвореше мисълта. Для него было пика. За него беше пик. Вот это пик. Там его было написано мысли. Написано беше мисъл, мисъл. Что означает на его языке дух. Което на неговия език означаваше дух. Это Гегел. Това е Хегел. У Фихте. Фихте. На этом пике. На този пик. На не мисъл била. Не, не беше мисълта при него. А я. А азо. У одного значит мысль. Значи при единия мисълта. Гегел. У Фихте. Лаха. А при Фихте азо. А що бъде у Шелинга? А при Шелинга какво беше? Воля. Воля? Шелинг бъде натурфилософа. Той е натурален философ. Очень интересная судьба у него была. Много интересна съдба имаше той. Он находил и мысль, и духовное в природе тоже. Той намираше мисълта и духовното в природата също. Тоест у Шелинга. Тоест Шелинг. Дух в природе. Дух и природа. Духът на природата. То есть он был тем, кто говорил, что явления в природе не бессмысленны, а вполне смысла. Той беше този, който каза, что явления в природа не са бессмысленны, а си имат смисъл. Эта троица философская. И тази философска тройка составляет основу души сознательной. Е основата на съзнателната душа. Шелинга вообще забыли. Шелинг изобщо бе забравен. Фихте тоже. Фихте също. Убрали. Премахнаха го. Гегеля не смогли убрати. Хегел не можеха да го премахнат. Гегеля изуродовали. Него са го изуродвали. Вся... Вся западная политика, вся западная политика, цялата западна политика строит свои принципы, построява своите принципи на основе Гегеля. На основата на Хегел. Основа Гегеля следующая. Тезис, антитезис, синтез. Основата на Хегел е следващата. Тезис, теза, антитеза и синтез. Тезис означает, например, тезис означава я хорош. Аз съм добър. Антитезис ти плохой. Антитезис ти си лош. Това са противоположности. Синтез. Ти е хорош иногда и иногда плохой. Ти някой понякога си добър, понякога си лош. Политика делает так. Политиката прави следното. У меня есть какая-то политическая кредо. Аз имам някакво политическо кредо. Я сам же строю себе антитезис, то есть аз съм на себе си построявам антитеза. Опозиция. Тоест опозиция. Опозиция моя. Моя е опозиция. Я знаю, для того, чтобы мне спокойно жить. Аз знам, че за да спокойно. Я должен сам опозицию породить, а то она родится сама без меня. Аз трябва да си породи опозиция сам, защото иначе тя сама ще си породи. Если люди будут видеть, что у моей позиции есть опозиция, а хората виждат, че моята позиция има вече опозиция. Они успокоятся. Те се успокоят. Не заметят, что эта опозиция моя. Те няма да забележат, че тази опозиция всъщност е моя. И у нас получается хорошая коалиция. И при нас имаме добра коалиция, синтез. Позиция, опозиция, синтез. Позиция, опозиция, опозиция, синтез. Штайнер как раз хотел поставить их, этих всех троих, в начале всего теософского движения. Штайнер искаше тази троица да постави в началото на цялото теософско движение. Поэтому так важны дух в природе. Затова толкова са важни духът в природата. Так важны человеческое я. Човешкото аз. И сила мисли. И силата на мисълта. Штайнер понимает красоту Гегеля. Штайнер разбира красотата на Хегел. Но он говорит, я не Гегел. Но казва, аз не съм Хегел. Гегел говорит, самая высшая это мысль. Хегел казва, най-високото това е мисълта. Штайнер говорит, высшие мысли. Штайнер казва, повече от мисълта, по-високо от мисълта. Тот, кто мыслит. Е този, който мисли. Высшие мысли.
По-високо от мисълта. Мишлени. Е мисленето. Мисъл е та субстанция. Мисълта това е субстанция. Мишлени да процес. Мисленето е процес. Процес бери от субстанция и що-то с ними делает. Процесът взима субстанцията и нещо от нещо прави. Мишлене е та жонглирование мислен. Мисленето това е жонглиране с мисли. Для Хегеля мисли били само висока. А за Хегел мислите бяха най-високи. Штайнер говорит, мишлени выше. Штайнер казва, мисленето е по-високо. В этом разница между Штайнером и Гёте. Това Гёте? Да, Штайнером и Гегелем в отношении... Разница между Штайнер и Хегел в този смисъл. У Гёте... При Гёте... Все три приходили очень гармонично в едине. Всичките три много хармонично се свързваха едно с друго. Он бил и тем, кто искал дух в природе. Той беше този, който търсеше духа в природата. Он бил и тем, кто человеческое я в виде Фауста, например, прекрасно понимал его роли, мисию и выражал его. Той беше този, който прекрасно разбираше ролята на аза и го изразяваше, както... И он бил единственным, кто на уровне мышления... И той беше единственият, който на нивото на мисълта смог видеть мысль как таковую. Можа да види мисълта като такава. Смог увидеть идеи в растения. Можа да види идеята на растението. Поэтому он является синтезом всех троих. Затова той се явява синтез на всичките три. Итак, поиск основному феномена. Что является основным феноменом? У стакана, без чего стакан уже не стакан. И така, основният феномен на чашата какво е? Без него вече чашата не може да е чаша. Подумайте, одну минуту, две минуты. Это сами, а потом поговорим. Это и пусть после шпунгвали. Итак, как вы думаете, что является основным феноменом стакана? Вы мислите, что это основный феномен на стакан, на чашу? Да, дадите устата, куда вы пьете. А, течет, вы пьете. Чтобы дать рту, жидкость, чтобы пил. Чтобы дать рту жидкость, чтобы пил. Чтобы дать рту жидкость, чтобы пил. Хорошо, я запомню это еще. А все запомню, да, Арте. Я не би могла да бъде чаша, ако я няма течността. Она не может быть чаша, если жидкости нет. Нема, той может быть чаша. Боже ти събере да вести нещо в себе си. Чтобы могла держать что-то в себе. Ага. Да, дальше. Еще раз, смотрите. Вот смотрите, чашка – это нечто, что дает рту пить. Чашата е нещо, което дава на устата да пие. Фонтан на улице тоже дава. Потом мы идем ближе, он должен удерживать. После идем по-близко, кое трябва. Ведро тоже удерживает. Ами кофата също се държа. Почему ведро не стака? Защо кофата не е чаша? Заради форма. Потом сказали количество. Какое количество? Какво количество? Какое маленькое? Мы пошли вчера, позавчера мы пошли кушать, и официантка говорит, я хочу, я хочу пиво выпить, у вас есть болгарское пиво? Я говорю, искам бира, а вы имеете ли болгарское пиво? Они говорят, вам разливную или бутылку? Я говорю, наливную или бутылку? А потом у нас маленькая. Я говорю, бутылка-то не малка. Какая маленькая? Какая маленькая? Что, 100 грамм что ли? 100 грамм или? Ну, маленькая. Навига малка. Ну хорошо, принесите маленькую, это значит для меня. То есть это малка с шерстью. То есть маленькая это понятие... Малка, это нечто относительно. Нашли, да? То есть они принесли вторую бутылку. Это не сколько, но это бутылка. Ну не такая бы. То есть она хотела, чтобы я разливное взял, я хотел попробовать из бутылки. В общем, сколько малка? Сколько достаточно для меня? Достаточно для того, чтобы держалась в руке. Значит, мы пишем. Вместилище для жидкости. Да, это может быть вода, сок и тому подобное. Но какого количества? Какое количество? Которое я могу? За жар, за одной руки.
Местиш ли да една ръка? Я бъде вода, в къй бутилка удържа. А, не, бутилка да държа в ръката. За в принципе, ваше смотрите. Въпрос за вместилище е очень важен. И... Въпросът за вместилището, нали, за обема е много важен. Для жидкости размера... Значи това е... Как е вместилище? Съд. В одну трапезу. Контейнер. Да, добре. Контейнер, това най-добре. За течности с размер в одну трапезу. За едно ядене. В размер за едно ядене. Значи контейнер за течност от едно, за едно ядене. Или за едно ядене. В одну порцию. Една порция. Яденщата на трапезата, как седнеш и едеш една чашка, но пиеш нещо. Това е Аз съм економична. Не хочете да второ трапезо. Тоест, въпрос не в том, сколько я могу удержать в руке. Въпрос не е толкова, колко мога да държа в ръката си. Чашка, как правило... По принцип чашата... Это, да, это одна порция. Това е една порция. И если это вино, это порция другая. Если это... И ако е вино, някаква друга порция. Пиво, другая порция. Друга порцията. И порция може варирована, тоже важно. Порция може да варира, написано. Но вы сейчас поймете, в чем суть дела. Сега ще разберете, в какво се случва на нещата. За това, що ви казвам, написах, нали, за едно ядене. И для того, чтобы к этому моменту еще раз подойти... За да можем да достигнем още веднъж до този момент... Когда мы уяснили основной феномен... Когато си изяснихме основния феномен... Мы посмотрим... Следующее. Ние ще видим следното. Основной феномен – удержать в себе жидкость. Основной феномен – да удържим в себе си, да се удържи в себе си течност. Да удържи в себе си течност. Теперь постарайтесь, пожалуйста, изобразить жест удержания. Сега се постарайте да изобразите жестът на задържането. На удържането. Удержание жидкости. Жест на удържане. Не просто жидкости, а удержание. Жест просто на удържане. Нарисуйте, пожалуйста. Нарисувайте го. Жестът на задържане на чашата или на вода? На удержане. На думата на задържане. Който задържане. Какъв жест може да правиш на задържане? Свети шефи. Имам аз да задържам. Не мога да ми кажа. Жест. Да удържиш нещо. Просто да удържиш нещо, нали? Не е въпросът, че държаш. Нарисуйте жест удержания. Нарисувайте жеста на удържането. Не-не-не, не путайте держать и не, удержать. Да, не бъркайте да държиш и да удържиш. Держать, вот. Можеш да държиш и два. Да? А удержать это вот. Да. Да? Да задържиш. Чашка? Да задържиш. Стакан не держит кого-то. Да? Частата не държи, а удерживает что-то. А задържане. Жест на задържане. У вас появился приблизительно такой жест.
Разрешително такъв жест. Съгласна. Я не видим, но лаща кой появи. Аз не съм видяла такова нещо и се появи. И это можно сказать про образ основного феномена чашки. Это может быть реакция про образ основного феномена чашки. Между стаканами и чашкой в русском языке немножко разница, потому что чашка это то, за что можно еще и вот. Да, что да. Ручку, а стакан это без ручки. Сейчас нам это важно. Мы посмотрим, что является противоположностью основного феномена. То есть нарисуем. Нарисуйте, пожалуйста, противоположность основного феномена. Положенность на основной феномен кое. Он будет такой. Вот сейчас мы уже валяем дурака. Вот сейчас мы уже входим в такую область, где другой скажет, зачем это вообще? Сега влизаме в такава област, където друг ще каже. Делать нечего. Помни това нещо, нямате какво да правите ли? Хорошая погода, выходите на улицу. Много добра. Времето е навънка, излизайте си на улицата. Вот с этого момента он называется... Ето от този момент нататък, а? Он называется поиск противоположности. Нарича се търсене на противоположности. Для основного феномена. За основный феномен. То есть то, что было в четвертом. То есть такое-то было в четвертом. Мы находимся вот здесь. Не собираем тук. Если мы самолет, который должен полететь. А то не имаем там самолет, который должен полететь. Мы чуть-чуть уже начинаем подниматься. Вече започнем да се издигаме. Мы чуть-чуть уже поднимаемся. Малко се издигаме. Итак, мы нарисовали противоположность. И тогда не нарисуем противоположность. Следующий шаг. Он относится тоже к пятому. Следующая стопка относится пак к пятой точке. Что мы, то есть мы сейчас его изобразили, да? Сега его изобразихме. Это противоположный жест мы изобразили. Тоже противоположный жест мы изобразихме. Если это... Образ профеномена стакана. Образ какого профеномена это тогда? Ако това е образ на профеномена на чашата, тогава какъв е този образ? На какво е феномен той? На какво е преобраз? На кой феномен? На чашата. Зонтика? Да, крышки. Крышки? Да. Стакан. Чаша. Крышка. Капак. То есть он должен что-то в себе. Тази трябва нещо в себе си. Сохранять, правильно, удерживать. Да сохрани, да задържа. Должен что-то удерживать. Что-то да задържи. Правильно? Да, правильно. А здесь его функция как раз противоположная. Функция-то точно противоположная. Она похожа с этой точки зрения на зонтик. Да, вот эта точка прилича на чудер. Но она... Но... Защищать. Является противоположностью к стакану. Является противоположностью. И вы сказали, что она может служить крышкой. И вы сказали, что можно служить за капак. Теперь сделаем. Сега мы что направим. Еще один рывок. Еще один ступка. Да, такая. Это опять поиск. Капак търсене. Поиск градации. На градацията. Между противоположностями. Между противоположностите. Это значит, у меня есть вот это. Аз имам това. У меня когда-то появится вот это. Един момент при мен ще се появи това. Да? Каков был бы путь отсюда вот туда? Каков би бил пътя от тука на татъка? Он был бы таким, правильно? Нарисуйте, пожалуйста, вот у себя. Нарисуйте при себе си. Или кто хочет здесь изобразить? Или кой-то искать, нека тука да изобрази. У себя или здесь? Попробуйте. А пътя, пътя да пробвате да го направите. Пътя от това към това. Ара.
Или ходи на цирк, да. Окей? Тоест, это должно постепенно стать этим. Това постепенно трябва да стане от това. Тогда переход будет таким, что он вначале будет становиться... Отначало той ще става... Я не думаю, что... Он вначале будет становиться прямее. Той вначало стало по-прав. Здесь он станет совсем прямым. Тогда ще става совсем прав. И потом он начнет кривиться в другую сторону. Некой ще се криви в другата страна. То есть переход отсюда... Сюда прехода на сам проходит через ступень выпрямления. Преминава през то, что было так, направо. Постепенно открывается, открывается, открывается. Нечто, което е било така, постепенно. И потом идет на противоположную сторону. Отива на противоположную сторону. Правильно? Така е, нали? Теперь я возьму опять мои цвета. Это значит, переход отсюда в сюда он будет выглядеть. То получается, прехода от тука на татъка. Потом становится более прямым. Он состава по-прав. Потом уже меняет след това променя свой изгиб и приходит сюда. Своята кривина и отива обратно. Да? Здесь более прямая. А что происходит в другую сторону? А какво става в другую сторону? Это я, извините. В другую сторону происходит? В другата страна става. Как вы думаете, что? О! В другую сторону будет происходить следующее. В этой стороне что будет, да? И это будут все больше сходиться. Эти две точки, но те же все собирают одна с другой. Вот. Так. Потом вот так. Может быть даже вот так. Да? И в конце у нас может быть вот такое что-то. Да? И здесь тоже может появиться крышка. То есть у нас градации. То есть у нас градация, да? Да? Здесь, в принципе, можно сказать стакан. Тут он сказать чаша. Здесь тарелка для супа. Курица для супа. Здесь для чашки. Подставка блюдце. Уставка за чашка. Чашка за чашка. Здесь что-то прямое более. Чиника за чаша, там нечто по-право. И здесь уже крышка появляется. И там вече се появява капачество. И крышка, то есть противоположность. И противоположность, да. Капака. Каким-то образом соединяется здесь. По някакъв начин се соединяваше с това. Потому что если я отсюда двинусь не сюда, а тук. Понеже аз ако от тук отида нататък и не насам, а не нататък. То они будут. Все вместе срастаться. То те ще се страстват все повече и повече. Все больше закрываться. И повече ще се затварят. И под конец у нас появится какая-то бутилка. И в края на краята ще стане някаква бутилка. Стакан, ваза, бутилка. Чаша, ваза, бутилка. Тарелка для супа. Купичка. Это блюдечко. Чиника. Здесь еще что-то. Там още нещо. И здесь у нас противоположность этому. Противоположность на вам. Вот это вот градация. Та и градация. Если мы поменяем не только форму. Ако не сменим не само формата. Но и масштаб. Но и масштаба. Мы увидим, что. Ще видим, че. Здесь может находиться так же, например, здесь на этой стороне, да? Например, тук можно на этой стороне да се... Что-то, что вмещает в себя не... Нечто. То есть, если вот это, например, стакан. Вот это, например, чаша. Да? Вот, вот это, например, вот он, стакан. Нет, например, это чаша. Да, или чашка. Он вмещает жидкость на уровне одной трапезы. Задержа течность на одно ядро. А если он будет вмещать не наш, не жидкость, количество одной трапезы, а одного гладка. Что это будет? Ако той содержа не едно ядене, а един глоток, една глотка. Шо? 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 Это будет ложкой. Та все ложится.
Шотри за лъжица. Това ще е лъжица. Лушка, стакан, бутилка, ваза, тарелка. Да? Лъжицата, чашата, бутилката, вазата, чиниката. Ани все са судисти. Те са всичките съдове. Ете съдмейства са судисти. Съдмейството съдове. Мы приходим уже очень близко. Мы много близко. Да, мы уже вот сюда поднялись. Это давайте сокачаем тука. Потому что мы приходим к этой полиморфичности. Ты как-то не идем к этой полиморфичности. И теперь очень важный момент наступает. Сега най-важный момент наступает. Би ви помоля. После того, как вы вот это все проделали, след това, което направихме. Плащате ли по вашето въпроси? Бъдете панели? Да. Някакви въпроси? Можете просили, да? Теперь мы должны двигаться в сторону духовного мира. Сега ние ще се движим към духовния свят. Это была морфология. Това е морфология. Чтобы двигаться от морфологии к духовности, вы должны пройти сферу психологии. От морфологията към духовности. Морфология цела. Душа, психология. Мы начинаем внизу. Душата, след това духа. И постепенно поднимаемся. Отдолу, от низкото и постепенно се. Мы уже подходим очень близко. Мы отталкиваемся уже. Хорошо, как оттолкнулись от мозга физического. Вече достигаме. Вот сейчас мы входим уже в область, которая почти не связана, но если связана совсем чуть-чуть. Като почти не е свързана или ако е свързана, поне съвсем малко. С обычными представлениями. С обикновените представления. И оно следующее. И това е следното. Поищите, пожалуйста, что является душевным эквивалентом основной функции чашки. Потърсете, кое се явява душевен еквивалент на основната функция на чашка. Что является? Вот эта тройка была. Это одна. Сейчас потом идет следующая тройка, и теперь мы задаемся вопросом, что является. Сега ние си задаваме въпроса, какво е душевни еквивалент. Душевният еквивалент. Или съответствието для основной функции. На основната функция. Основного феномена для чашки. На основния феномен на чашки. То есть в седьмом шагу мы спрашиваем, что является душевным соответствием, душевным соответствием для того, что мы нашли в четвертом пункте. То есть в седьмый пункт мы ищем душевное соответствие на то, что мы нашли в четвертый пункт. Пускай вначале как подумает каждый для себя. Нека всякий за себя себе помисли. Т.е. търсим нещо душевно, душевно качество, което да е същото като основния феномен на чашка. Когда вы сейчас друг друга слушаете, вы обращайте внимание, какие у вас поднимаются чувства.
Обръщате ли внимание какви чувства се издигат във вас, когато вие това един друг се слушате? Потому что вот в такой работе мы должны вытачивать чувства истины. Ние трябва да изпиляваме чувствата на истината, т.е. трябва да наточваме. Это очень субтильная работа. Това е много финна работа. Я повторю, один человек говорит, это память. Един човек казва, това е памет. Другия говорит, это тело. Другия казва, това е тяло. Трети говорит, это сердце. Други казва, че това е сърцето. Четвърти говорят, это то, что мы принимаем. Четвъртия казва нещо, което ние приемаме. Откуда вам знать? Откъде вие знаете? Вы всегда должны спрашивать, а что был вопрос? Вие трябва винаги да се питате какво беше въпроса. И те надо часто делать. И трябва постоянно да го правим. Честно. Потому что если я часто буду спрашивать, а что было вопросом? Искать душевное соответствие. Тело это душевное соответствие? Нет, значит тело отходит. Значит, ние трябва винаги да се питаме какъв е въпроса. Тялото душевно съответствие или не? Значи то излизам от... Душевное съответствие чего? Основной функции стакана. А что было? Съответствие на какво? Всегда вопросы задавать. И как контролировать себя. И какво беше това нещо? И така си винаги да се задаваме въпроси, да се контролираме. И вы замечаете, основной феномен стакана, а что был основной феномен? Удерживать. Удерживать что? Жидкость. А душа, что она удерживает? И где она удерживает? Вечность. А душа-то как его удержит? И когда его удержит? И это память. И это память. То есть душевное соответствие основной функции стакана это память. Так же, как стакан удерживает жидкость, така както чашата удържа течността, удерживает память переживания. Памета удържа преживяване. Теперь вы уже понимаете, почему переживание со стаканом связано. Сега вече ги разбирате. С памятью связано. Преживяване. Потому что ты же говорила, что вода, стакан без воды не будет. Ти каза, че чашата без вода няма да... Не было бы необходимости создавать стакан, нямаш ли имаме да... Если не было бы жидкости. Чаша, нямаме течности. Вот такими конкретными вопросами и ответами, очень здравыми, да, надо вопросы и отговоры много така, воспитывать свою душу. Трябва да воспитаваме своята душа на такива. Когда мы идем по такому очень шаткому пути, когато тръгваме по такъв много неуверен път, как раз для этого Штайнер дает дава несколько упражнений. Няколко упражнения. Первое упражнение – это упражнение, удерживать представление. Да, задържаме представление. Это значит, какой был вопрос? А, вот этот. Значит, всегда удерживать, не убегать от него. Този. Значит, винаги да задържаме. Удерживать представление – это значит, я, например, представляю себе карандаш и представляю, а, он такой, длины, величины, он сейчас вот такой, что там что-то видно, что написано, на него напечатано это. Я его могу строгать, он может стать острым, он пишет, он из дерева, внутри какой-то грифель находится, а этот грифель туда не втиснули, да, влили, тоже не влили, а как это мы сделали? Это все я рассуждаю. Значит, когда мы представим молива, не треба да си представим все, что той каза, значит, размера, какво прави. Эти упражнения я делаю здесь, на земле, не тогда, когда я уже полетел. Да, и всичките тези представи около този молив, го правим тук на земята, а не когато вече излитаме. Если я уже от ума отлетел, такой вече не поможе. Там упражняться. Мы си, вече това нещо няма да помогне там. Упражняться надо здесь на тренажер, в физическом мире. Упражняваме се тук на тренажер. Чтобы уверенно лететь там. За да може там уверенно да лечим. Следующее упражнение, оно такое. Следващото упражнение е следното. Непредвзятость. Непредубеденность. Это значит, что Штайнер говорит, представьте себе, вам кто-то говорит, что Кёльнский собор сгорел. Например, представляете, что някой ви казва, Кёльнский собор сгорел. Вы должны сказать, не может быть такого. Вы веднага казвате, не может быть това. Вы должны быть настолько нейтральными, такое возможно. Да си кажете, ами това е възможно. В принципе. По принципу. Почему это нам нужно здесь, когда мы уже отлетаем от мозга? За что мы необходимо там, когда мы уже отлетаем от физического мозга? Потому что если мое представление о том, что является душевным эквивалентом основной функции стакана, мне очень понравилось, которое я сказал. За что-то, если это нечто, которое я измислил как душевное
душевно преживяване на научната функция. Я за него буду биться до конца. Чашата, аз за това, тази моя представа, като си я хареса, аз за нея ще си бия до края. Ото, толкова беше хубаво. И аз ще си го отдържам до края. А если я привик отказывать се, хорошо е било, на самом деле запиши на бумажке, оставь, да? Ако аз съм свикнал да си отказвам. Ну, двигай се. И казвам си, да, казвам го това нещо, но записах си го на някакво лище и оставих настрани. Так, да, я не пойду в эзотерическую област, а останусь в Тарас. Няма да минам в эзотеричната област, а ще остана, но в това място. Итак, что является душевной противоположностью? И какво се явява душевна противоположност? Это память. Това е паметта. Можно было бы эту память тоже нарисовать. Можем да нарисуем эту память. А третье упражнение дали можно рассказать? А третье упражнение можно сказать? Третье упражнение? Да. Если делать эти два упражнения, ако правим тези две упражнения, они уже дают ту основу, которая те вече дава тази основа, която позволяет удержаться в духовном мире. Позволява да се задържи в духовния свят. Третя способност, она очень сложная на самом деле. Третата способност, тя всъщност е много сложна. И она связана с следующим. И тя е свързана с следното. Явления в духовном мире, они не появляются так, как в физическом мире. Явления в духовном свете не се появляют так, как в физическом. Разница в следующем. Разликата е следната. Вы видите меня? Вы меня видите? У меня один облик, я здесь. А с вами один облик, я сам тук. Видя духовное в меня самого. Виждайки духовното в мен самия. Вы можете увидеть 3-4 елемента меня самого. Вие може да видите 3-4 елемента на мен самия. Тоест, вы увидите, видите разрознени елементи, такива разкъсани елементи, и вы должны каким-то внутренним чутьем уловить, что между ними есть связь. И вие трябва с някакво вътрешно чувство да уловите връзката на тях. Это очень сложное чувство. Да, много сложное чувство. Но и для него можно найти одно упражнение, которое дал Штайнер. Но и за това можно намерить одно упражнение, которое дал Штайнер. И оно связано с Шеллингом. И то есть связано с Шеллингом. С нахождением духовного смысла природы. С намерением на духовный смысл. Вы смотрите на облака. Я на колодце. Наблюдаете, куда они двигаются. Как они выглядят. Наблюдаете и как изглеждают. Сегодня. Днес. И предполагается, завтра они будут такими и будут двигаться вот в том направлении. И предполагается, что утром ще бъдат еди какви и ще се движат в това направление, тази насока. Можете записать, нарисовать. Можете запишите, да нарисувате. Наступает завтра, вы смотрите. И идва утро и ви гледате. А блага говорит, мы поехали в другое направление. А у вас сега, да, а не сме в другое насока. Ти говориш, ти казваш си, ха. Это будет говорить, а, хорошо, ладно. Мой обычный ход мышления. Может обыкновенный ход на мысли. Ниша должен всегда стоять там. Ниша должен всегда стоять там. Меняется. Променяется. И я не противлюсь, а говорю, окей. Я не все противя и казвам себе. Я постараюсь найти вот ту закономерность, которая у тебя духовный мир по отношению к природе существует. Аз ще те намеря тебе закономерность, която ти по отношение нали, на... Я это делаю 2-3 недели. И в конце третьей недели я замечаю, что уже больше попадаю. Я значит, я с тобой упражнение ще го правя 2-3 седмици и ще забележа, че в края на третата седмица вече много повече успявам да откапам. Я скажу, что Гёте все три в себе вмещал. Гёте мог посмотреть на небо. Гёте можеше да гледа на небето. Всичките три си ги и сказал, через 3-4 часа будет дождь. И можеше да кажа, след 3-4 часа ще... Пока небо на север хвиши. А то я тоже скажу. Он, не видя этих серых точек, уже мог сказать, что будет дождь. Даже когда не было облаков, нали, такие тъмни. И дождь наступал. А когда я видел облаки тъмни, все, что могу да го кажа. Не потому, что он... облаки, обаче, вопреки всичко, идва к облаците и дъжда ставаш. Не потому, что он черный маг. Не защото той е черен маг, затова той познаваше. А просто он
научил се мислить с духом природы. А защото той се научи да мисли с духа на природа. Поэтому это третье упражнение. Това е третото упражнение. И теперь мы делаем последнее и на этом закончим. И сега ще направим последното и на тази. Мы от душевного. От душевното. Переведем в духовное. Ще преминем към духовното. И это чак изглежда следующим образом. И това изглежда последния начин. Постарайтесь внутренне. Постарайтесь внутренне. Увидеть образы. Да видите образите. Как основной феномен стакана изменяется. Как основной феномен на чашата се поменяется. Той става такъв. С одной стороны становится все более открытым, открытым, открытым. От едната страна започва да става все по-отворен. С другой стороны становится все более закрытым, закрытым, от другата страна по-отворен, затворен, затворен. И вы переживаете это в одном и другом направлении. И вы переживаете это в одной посоке и в другой посоке. И связываете с этим также душевным проявлением. И също связываете с това душевното проявление. Проявление. Удержание. Задържане. Это память. Това е паметта. А если я не удерживаю? Ако аз не задържам? То есть являюсь противоположностью? Тоест, аз съм противоположност. Тоест, аз от нещо се отказвам. Удержание. Задържане. Удержание. Задържам, отказвам се. Задържам, отказвам се. Отнекиване – това всегда отрицание. Отхвърляне – това винаги е отрицание. Благодаря, но я не беру. Дават ми, но аз не вземам. И вот это мы представляем все. От това си го представяме всичко. Одушевленный процесс. Одушевен процес. Лежащий в основе стакана. Лежащий в основата на чашка. Мы одушевляем и даем этому всему проявиться во всех вариациях. Ние го одушевяваме и го позволяваме да се прояви във всичките си вариации. И в тот момент, когда эта работа очень насыщена. И в този момент, когато тази работа става много насыщена. Когда мы свою душу раскрываем, готовимся восприять что-то. И тогава своята душа я отваряме и се готвим да възприемем нещо. И когда нам что-то дают, как содержание. И когато нещо на нас не дават като съдържание. Част може би отказывается. Част може да се откаже. Другата част възприемает и насыщается. Другата част ще възприеме и ще те насити. Постарайтесь это все сопережить. Постарайтесь все это да сопереживаете. И когда вот внутренняя картина она насыщенная, и когда внутренняя картина насытана, когда эта вся динамика происходит уже самостоятельно, вы уже мало об этом думаете, вы уже видите самостоятельное движение и картину. Когда самостоятельно эта динамика уже происходит, не мислите вече за нея, тя самостоятелно се движи. Тогда постепенно сделайте стоп-кадр. Като картина и тогава постепенно направете стоп-кадр. То, что вы видели, это вы сами породили. И това, което видяхте, вие сами го породихте. Где в вашей душе? Къде е във вашата душа? Теперь эту аванс-сцену вашей души очистите. И сега тази аванс-сцена на вашата душа просто сделайте совсем пустую эту сцену. Направете тази сцена съвсем празна. Чтобы никакое представление уже там не танцевало. Никакого представления, что няма там. И после того, как вы, вам удастся удержать, воссоздать эту пустоту, вы ждите. И когда на вас все даде вече случай, за да може да задържите тази празнота, ждите, пока не появится нечто новое. Почакайте, докато не се появи нещо ново. Вы заметите, это новое, потому что ни с чем, с тем, что было до этого, и танцевало на сцене вашей души, оно не похоже. Вы ще забележите но това новото, защото то няма нищо общо с всичко това, което до сега беше на сцената и танцуваше под вашата душа. И вот то, что вы переживете, и постарайтесь это нарисовать или написать. Преживеете, постарайте си да го напишете или да го нарисувате. И так? И така. Мы стараемся
създать в начале вот эти образы. Стараемся да си създадем от начала тези образы. Представить, что вы душевно, а может и другие с вами вместе. Представете си, че вие душевно или пък другите също с вас. Откриваются. Для восприятия. Се откриват, отварят се за възприемане, за възприятието. Откуда вы льется содержание к вам? От някъде се излива съдържание към вас. Естественно, вы можете спросить, откуда? Разбира се, вие можете да попитате откъде. Можете посмотреть откуда. Можете да видите откъде. Погледнете. Вы вправе сейчас творить творчески. Вие сте в правото си в момента да творите творчески. И да ми все равно потом студим. Все едно ние сега след това ще го изтрим. Сейчас важно вчувствоваться. Сега е важно да се вчувстваме. Сейчас важно вчувствоваться в то, что вы сами порождаете, а не внешний мир вас. Сега е важно да се вчувстваме в това, което ние сами пораждаме, а не външния свят в нас. Так вы постепенно начнете жить в имагинациях. Така постепенно вие започвате да живеете в имагинациите. Вы открываетесь. Вие се отваряте. К вам льется определенное содержание. Към вас се излива определено съдържание. Некоторые с благодатью воспринимают ее. Някои с благодатью воспринимают. Но в каком-то углу вашей сцены. В някакъв угол на вашата сцена. Могут быть персонажи, которые от нее удерживаются. Может да има персонаж, който задържа. И не хотят принять резигнацию. Които не искат да принимат, например, резигнират. Между теми, кто не принимает, и теми, кто принял, уже наступает напряжение. Между тези, които приемат, и тези, които не приемат, вече наступва напряжение. Как оно разрешится? И как то ще се разреши? И вот когда вы чувствуете, что вы хорошенько вскипели. И когда чувствуете, что вы добре сте закипяли. Тогда вы чистите вашу душу. Да, вы изчиствате вашу душу. И ожидаете, что там появится. И ждете, как там что-то появится. Этот процесс будет длиться у каждого по-своему, долго. Этот процесс при всякий ще бъде с различна дължина. Иногда он будет легко получаться, иногда не так легко. Някога той лесно ще се получава, някога не толкова лесно.
Но в этом надо упражняться. Ну, не трябва да се упражняваме. И со временем все больше и больше. И со времето все повече и повече. Будет вам удаваться после того, как вы удержали и вас создали пустое сознание. След като вие вече създадете пусто пространство, празно пространство. Там начинаете выговаривать уже не физически мир, а чисто духовный мир. Там ще започне вече да се изявява, да говори не физическия свят, а чисто духовния свят. Чистое восприятие. Чистото възприятие. Чисто духовного. На чисто духовното. Възникает только тогда. Възниква само тогава. Когда я прошел ступень пустого или чистого сознания. Когда си измолвам степента на чистото сознание. Чистое от представления, которое у меня в эфирном и в астральном теле уже в моей памяти отложено. От них я должен очиститься. Чистото от всички тези представи, които в моята памет и в моето астрално тяло са сложени. От тях трябва да се чисти. И теперь было бы интересно послушать, если у кого-нибудь что-нибудь появится. Да послушаем, а у някого нечто се появи. Или на някого нечто се появи. На мен ми се стори, че има нещо общо между тези градации и описаното в човешката и космическата мисъл. Благоестествено гледат. Тоест тази чаша, която се превръща, бутилка може да се разположи на на една окръжност и както се завърши как от този край, може да се отвори отдолу и да се превърне отново в това. Значи ние показаваме, че този термин, как да се нарече, нещо общо е с динамичното мировъзрение. С една книжка «Человеческая космическая мысль». Так как вот эти вот ступени, вот, как мы раскладывали здесь, их можно разложить в один круг. И от того, как то есть, каждая ступень вот, в одной из 12 мировоззрений она попадет. Да, хорошо, мы поговорим об этом тоже. Да, сегодня сюда же поговорим, что. То есть это понимание у тебя возникло после того, как ты создал пустое сознание, да? Да. Да. Ты думал о 12 мировоззрениях до этого? Ты помислили преди това за 12 мировоззрения? Нет. И то, что он не думал в жизни об этом, а он не думал, вот сейчас... Да, не то, что он не думал, зимой. Или не мислил за това нечто, сега не мислил за това. Да. У кого еще какой-то был опыт? Но мне не спрыгало за някакъв чаша, как беше супер жива. Все едно, началото все едно някакъв ежение за нос такова. Растения ли в едно стъкло? Да, растения в едно упаковане стъкло. У меня образ появился какой-то чаша, которая почти была живая. И как бы это было растение, которое в стекле было. Это что было? Растение в стекле. Если И значит, я думаю, ага, это может быть то, но я потом говорю, давай я сирую этот образ, и потом у меня получилось какой-то цвет пришел, красное, розовое, ну или нечто такое? Нет, золотистое. Золотое, красновато-золотистое, и я тебе сказала, ага, вот это Святой Граал. Это что? Святой Граал. Ага. Интересно. Да? Когато бях малка, живеех много отделено само от баба и дядо на село. Нямаше деца, нямаше думи много. И аз наблюдавах цветята, растенията, небето и така нататък. Я наблюдала цвето, растения, небето. И я видях, че цветят по лалетата. Я видел, что тюльпаны. Вече са затворени. Они вечером закрыты. А сутрин са отворени. А, да. Утром и тогава сложих столчето си, малкото столче, до лавето. Да, я тогда поставила свой стул возле тюльпана. И си казах, няма да мръдна от тук, докато не видя
какво се случва. И аз значи ги празвинам след сюрес, пока не увижу, що получава. Какво се случва, за да стане това отваряне и затваряне. И много дни наблюдавам. Това, което се случва. И сега, когато правих това... И сейчас, когато я делала... Се появи подобен образ. Появился у меня подобный образ. Който се... превърна в мен, Который во мне превратился. И видях, като... Как се казва това, забравя в моя името, който се спуска средина и да видава горе като... Водопад. Водопад, ама с едно. Струя. Една струя. Я видела одну струю, которая спускалась. Тут на бедро один фонзен, с неба. Ко мне. Ко мне. Да. Ко мне она. Струя, которая ко мне приходила, которая открылась. Да. Спасибо большое. Спасибо. И когда вы вот будете вот такие упражнения делать, и у вас будет опыт. Когда вы правите такие упражнения, если имате опыт. Вы должны этот опыт расценивать как благодать духовного мира по отношению к вам. Трябва да оценявате този опыт като благодат на духовния свят към вас. Это есть семя. Това е семе, которое в вашей душе упало как в почву. Което във вашата душа покълва като в почва. И вы должны за это оплодотворение. И вие за това оплодотворяване. То есть не то, что должны, но это красиво, когда вы отблагодарите духовный мир. Вие отблагодарите духовния свят. И благодарение духовному миру. И благодарението към духовния свят. Это происходит тогда, когда на основе того, что они нам дали, мы что-то делаем здесь на земле. Това става тогава, когато на основата на това, което ни дават, ние правим нещо на земята. Я бы вам предложил просто написать небольшое стихотворение на основе того переживания, которое вы только что имели. Я бы предложил направить одно стихотворение на основе на това переживание, которое только что имели. Касательно 12 мировоззрений или того вот света, а то, как вы переживали. Или това цвета, което се переживали. У каждого были свои индивидуальные переживания. Постарайтесь написать небольшое стихотворение на эту тему. Постарайтесь, да напишите одно стихотворение маленько на тази тема. Буквально 3-4 минуты. 3-4 минуты. Да, сега. Если не стыдно, закрыть попытки. Ну и важно, от время на время забравить наши опыты. Делать попытки в направлении сознательно пробудиться по отношению к духовному миру. Да се правят упражнения такива, да се пробуждаме към духовния свят. И этот метод, он метод искусства. Това е метод на изкуство. Се смогна дума към Валер, никто нас не поймае. Тога може да се правим какво си искаме, никой няма да ни хване от него. Никто не знае нищо, ви там написали. Никой няма да ни каза, какво сте написали там. Ето, указвайте как раз на свободно и волю. И това за всеки нещо за свободно. Без принуждение других. Без принуда от другите. Старай сме що да пережим. Постараваме се нещо да преживеем. И не быть чистой в культурной эпохе. И няма да бъде. Хорошо. Не быть чистой. Как не быть? И будущее не может стать настоящим. И будущее не может стать настоящим. Если люди в настоящем не будут работать в этом направлении. Ако хората в настоящето да не работят в тази посока. Боги привели нас до сегодняшнего дня, 4-го дня рождения Земли. Боговете ни доведаха до сегашния ден, на 4-тия ден на Земята. Как будет дальше, зависит только от каждого из вас. Как ще бъде по-нататък? Зависи от това, как всеки лично, как ще работи. А там захотите ли вы вашим духом и вашей душой, съзнателно, без наркотиков, без алкоголя, без наркотици, ничего-нибудь другого или нещо друго, врабатывается в духовной мысли. Да се вработвате в духовния свят. Это выглядит немножко по-детски. Това изглежда малко по-детски. Вспомните великого шута. Вспомните си великият шут. Чия имагинация сегодня здесь тоже проявилась. Чиято имагинация тук днес ще се прояви. Это Васита.
Това е Парсифал. Он дурачок. Той е така глупачен. Перед глазами ваших рицари. Пред очите на големите рицари. Он одет в одежду шута. Той е облечен в одежда на шут. Это небольшая шутка, то, что мы сделали. Това е една малка игричка, която ние направихме. Но она в сериозном направлении. Но тя е в сериозна, в една сериозна посока. И если мы так шутя, будем подходить к духовному миру... И ние така шегувайки се, може би, да учиваме така, да постъпваме към духовния свят. Тем, кому это не хочется... Тези, които това не го искат... Будет не так легко нас заметить. На тези, които не ни... Не си иска да го правят, няма да ни забележат толкова лесно. А они очень смотрят, къде так ли? А те много гледат, къде са такива. И они не хотят, чтобы их было много. И не искат много такива хора да има. Штайнер говорит, если 48 человек найдутся, которые это делают. Така, Штайнер каза, дори 48 човека да се намерят, които това ще правят. Значит, будущее станет когда-то настоящее. Значи, бъдещето ще стане някога настояще. 48. 48. Это немного, ребята. И сама не много. Но сложно. Так что спасибо вам большое. Я благодарю много. За то, что вы сделали. Было бы хорошо в конце, может быть, зачитать пару. Да? За два и хубаво, тогда, может быть, накрая да... Что мы будем зачитать? Чтем няколко. Давай. Георгий. Като обърнем чашата, тя става покрив. Когда мы повернем чашку, она становится крышей. Но едва когато се качим върху нея, от небесната твърдина виждаме всичките 12 превъплощения. Но только тогда, когда мы будем знать сверху, да, тогда мы будем видеть свет все 12 ее превъплощения. Превъплощения. Хорошо. Спасибо большое. Кто еще хочет пару? Не, не дышите. На хоризонта линията тънка. Линия тонка е горизонта. Превръща се в духовна почва. Превръщается в духовна почва. От нея протягат се нагоре звънко. Из нее притягиваются вверх звънка. Листя, цвят и плод сочен. Листя, цвет и сочни плод. Приемат и изпълват се с живот безкрайен. Принимают, изпълняются с жизни безконечной. Надолу стелица протегнати. Вниз стелица. Протегнати. Протегнати, как беше все пък. Вот так вот. Корените, поемащи и нежни. Так, корени, которые... Значит, пропитывающие за нежные. И черпят силы. И черпают силу и смысл. За да существуват хоризонта, цветето и коренът на всичко. Чтобы существовал горизонт, цвет и корен всего. Спасибо большое. Спасибо много. Кто еще воевает? То есть, если кто-то скажет, что это общее имеет со стаканом? И някой като каже, какво си е това оптима с чашата? Ето, для этого вообще глупост. Това е въобще някаква глупост. Да? Но мы видим, что это как-то взаимосвязано. Но ние виждаме, че някак си това е взаимосвязано. И вот мы хотим эту духовную взаимосвязь, которая испоконно, изначально в мире существует. Потому что мир из смысла создавался, из смыслов не было триллионов. Христос. Единый источник. Не трябва да видим смисъл, който в началото той създаваше. Значит, через любую точку, через любой объект, через любой предмет, через любое явление в природе, в технике, в школе, дома, где бы ни было, можно подняться ко Христу. То есть Христос е бил единственный смисъл на всичко. И чрез всякого явление в света, каквото и да е то, можем да се достигнем до Христос. И это небольшие попытки. И това са немалки проби. В светлината свети свещ. В свете светит свеча. Свещ от светлина. Свеча и света. Оживена. Оживленная. От светлина оживена. От света оживленного. Гори и пее. Горит и поет. Свята светлина. Святая светлина. Святой свет. Раждай се в жива добрина.
Раждай се, живая добрата. Спасибо большое. Ви ще уходите? Кой искате? Да, давай. Аз това не изписам, че няма много проблем с разбирането на упражнения. Так, мама, ви сега просто спрашу, потому что у меня есть проблема с пониманием. Дали правилно разбрах това, което получихме чрез имагинация, стерация? Това на база на това, усещам да напишем. Да, да. То, что мы получили на этом, то, что мы там имагинировали, на базе этого, на фоне этого, написать что-то, да? Да. То есть, то, что мы, вот это последнее, да? То, что мы построили, это была субъективная имагинация. Так, это не если построить, это субъективная имагинация. Наша задача была прийти к объективной имагинации. Нашата задача беше да дойдем до обективна имагинация. Мы стираем субъективную имагинацию, появляется пустое сознание. Изтриваме субъективната имагинация и се появява пусто съзнание. В пустом съзнание потом к нам подходит уже духовный мир. В пустото съзнание към нас идва духовно сяда. Если мы услышим содержание того, что к нам подходит, это инспирация. Если мы видим имагинацию. Ако ние чуем това, което идва към нас, това е инспирация, ако ние го видим, това е имагинация. Я могу потом остановиться и это нарисовать или записать. А смогу ли я спрыгнуть, когда буду рисовать или записывать? Но я могу сказать, я побуду еще с тобой. Но я смогу доказать, а что ты будешь еще маленький степ? Это еще сложнее. Да, уже посложнее. И если побыть с ним, я буду с вами. Вы почувствуете, постепенно вы начнете сумыслить с ним вместе. И постепенно вы ще видите, как започнете да съмислите с него. Облагая на улице, я в комнате, я наблюдаю и думаю, они будут завтра так выглядеть. Значи, облаците са навънка, аз съм вътре в стаята и аз ще мисля за тях. Ето утре те ще се по този начин. Завтра няма другому, я поправляю мое прошедшее вчерашнее мишление. Значи, те утре са по друг начин поставени, аз поправям своето минало мислене. А в этом моменте, когда я в нем пребывам, а в този момент, когато ние в това пребиваваме, и не записываю, и не рисую, а хочу жить с ним вместе дальше. А искам да живее с това нещо по-нататък. Уже наступает момент, когда я вместе с теми силами, которые формируют облачные движения, соформирую. Т.е. настъпва момент, когато аз заедно с тези сили на облачното движение съформирам. Но душевно духовно. Не физически, а душевно духовно. Это уже интуиция. Това е вече интуиция. Огромное вам всем спасибо. Много благодаря. Прошу прощения за очень большое. Благодаря. Спасибо.